Вы в эфире. Здравствуйте, добрый воскресный вечер. Всем добрый вечер. Вы на канале Арслановче Шоу. Его ведущий Арсланов Шамиль. Здравствуйте, всем привет. Доложите, пожалуйста, слышимость, видимость, все ли работает. Все ли работает? 100 человек уже вроде должны отписаться как-нибудь. Ага, только не отписаться от канала, просто написать что-нибудь, что мы работаем. Ага, отлично. Так, ага, все четко-четко. Плюсик, там кто-то уже еду разогрел, кто-то уже готов смотреть наш сериал. Друзья, буквально пару минут, я отвечу на некоторые вопросы, которые увидел в чате. Так, кто-то написал, мне тоже раньше казалось, что курсы дороговаты, но теперь цены обновились и стали вовсе неадекватными. Может быть, вы и правы. Может быть, и вы и правы, но на это надо посмотреть с другой стороны. Взять дебютный курс со статусом пожизненным, где любой ваш вопрос будет рассмотрен и дополнен. Мне кажется, это того стоит. Один раз вложиться, а затем, это самое, вы всегда будете знать, как играть. Вот те, кто взяли курс по Blackmore, уже в курсе, как мы постоянно обновляем информацию. Вот где, по сути, на самом деле важно усвоить первые две главы, а все остальное надо изучать по мере того, как часто у вас встречается. Так вот, к тому же на сайте доступна покупка курса в рассрочку через сервис с долями. Это когда вы пополняете корзину и переходите на страницу оплаты, вы можете взять в рассрочку в 2 месяца, там сколько примерно так. Вот, они могут стать дешевле, но по каким-то знаковым дням, там 50 тысяч подписчиков или 60 тысяч подписчиков, но в целом, друзья мои, уже в курсе по Blackmore, сколько часов в курсе по Blackmore, скажите, пожалуйста. Кто-нибудь знает? А, Алексея здесь нет. У нас есть один подписчик, который считает. А в курсе по Blackmore Димору. Опачки, спасибо за поддержку, Артак. Всем привет. За проезд. Спасибо за стрим, Шамиль. За проезд. Все, положил в кармашек. Спасибо, Артак. Около 10 часов. 10 часов. Если вы посчитаете, зайдете на любой шахматный сайт и захотите взять уроки у тренера, это будет стоить, там, мастер фиды 2000 минимум берет. И если возьмете 10 часов, у вас уже выйдет двадцатка. Двадцатка. Вот. Простая математика говорит о том, что это невероятно круто и выгодно, но никого уговаривать не буду. Вы можете просто смотреть мои трансляции по плейлистам. Я, в принципе, все, что встречается в партиях, я все об этом рассказываю и показываю. Вот. Курсы, в первую очередь, нужны тем, кто хочет знать гораздо больше и хочет знать, как реагировать на ситуации, которые не встречаются в стримах. Так вот. И, значит, вот там, видите, мат по Blackmore Арсланову, все работает, отлично. Ну что, поехали. Ну и начнем первую партию. Да, кстати, тематика стрима, друзья. Мы находимся на рейтинге 2000... Ой. Нет, чуть побольше здесь. Чуть побольше. А почему так? А, вот так, да. Мы на рейтинге 2108. Я еще раз хочу подчеркнуть, что в целом забег планируется до 2200. Вот, и наши основными дебютами будут следующие. Первое, это гамбит Blackmore Димора Белыми. Он находится на завершающей стадии. Отвечая на вопрос одного из зрителей, подписчиков по варианту Тейхмана, обновление будет. То, что сейчас есть в курсе, в процентном соотношении, это только было 15% по... варианту Тейхмана со слон H5, слон F3. Там все будет, я готовлю, я тщательно проверяю каждый вариант с использованием книжек, стокфиши и так далее. Поэтому иногда чуть задерживаюсь, иногда возникают аналитические трудности, находится какое-то невероятное продолжение за черных, и я пытаюсь пофиксить этот баг, так сказать. Опачки! Привет. Привет. У меня 2 взрослые разряд в 15 лет. До 18 лет, как думаешь, поднимусь до КМС? У меня 1650 в быстрых. Завтра турнир по классике, 3 часа дня по 2 тура. Так, ну, во-первых, желаю удачи в турнире. Пусть все сложится, все будет отлично.
Главное, если что, зеваем, не расстраиваемся, продолжаем биться дальше, соперник тоже может зевнуть. Отвечая на другие вопросы, да, почему бы и нет. Почему бы и нет, но придется пахать очень много. А там еще школа начинается, поэтому, может быть, не до КМС, а до первого разряда я бы сказал, что вполне реально. До КМС по опыту работы с учениками скажу, что это не так уж просто. Нужно играть реальный турнир с сильными соперниками, анализировать партии. И тем временем я начинаю первую игру и по ходу уже буду объяснять. Мобилами играем Блэкмора, черными мы играем в ответ на D4, конечно же, Гамбит Чарлика. А в ответ на E4 мы с вами протестируем турецкий или контргамбит Паутсена-Скачкова. D4, конь F6. Вы знаете из моих титульных вторников, что я обычно здесь играю пешкой на F3, но иногда мне хочется и конь C3 пойти. Единственное отличие F3 от конь C3 заключается в том, что когда он пойдет D5, мы пойдем E4, он может забрать конем. И это мы тоже добавим в наш курс по Блэкмору Димору. Он играет G6, судя по всему, сейчас будет защита Пирцева-Уфимцева. Мы заняли центр. Мы заняли центр и посмотрим, он играет D6. И наверняка подписчики знают, и зрители наши, как мы играем на защиту Пирцева-Уфимцева, какой наш главный выбор. Да, мы играем вариант Бирна. Добрый вечер. Добрый вечер, Амир. Спасибо большое за поддержку. Мое почтение. Мое почтение, бабусики подъехали. Да, мы играем вариант Бирна, потому что он соответствует духу нашего репертуара. Мы играем очень агрессивный вариант и на самом деле хотим выиграть очень быстро. И мы задвигаем пешку прямо. Теперь уже размены на поле Е5 с последующим разменом ферзей не так опасны для нас, потому что наша ладья перетянется на вертикаль D, и мы получим отличную игру. Когда соперник отвечает конем на D7, он молодец, потому что если они забирают из предыдущих стримов, из предыдущих спидранов, все видели, как быстро там черные проигрывают, либо надо просто посмотреть мой ролик на YouTube, который называется «Самый успешный вариант против защиты Пирцева-Уфимцева». Итак, конь D7. В ответ на конь D7 можно перевести эту партию в дух австрийской атаки с ходом F4, но еще раз подчеркну, я стараюсь выбирать простые продолжения, и тем не менее они являются агрессивными. Мне не нравится в целом ход F4, я выбираю разменяться на поле D6, затем выстраивать батарею с чернопольным слоном. Все. Правда, с обладателем курса есть обратная связь. Я просил Ламба. Через дней 5 он вышел. Конечно, может быть совпадение, но не думаю. О, спасибо большое за 3000, спасибо большое. Это действительно факт, да. Мне пришло сообщение, Совпадение было только в том, что я в целом работал над этой главой. И так как мне еще пришел запрос, я решил, что надо немножко поднажать и выпустил это обновление. Соперник рокируется в короткую сторону, мы будем рокироваться в длинную сторону. И возникает положение, где у нас разносторонние рокировки. А с разносторонними рокировками также очень интересно играть в шахматы, потому что есть прямой, простой, наводящий план. А план такой, поменять чернопольных, H4, H5. И вот видите, что делает соперник на рейтинге 2129. Это вам не хухры-мухры, между прочим. Это опытный игрок, как минимум. Я думаю, что он обладает первым разрядом. И я надеюсь, что вам в глаза бросаются недостатки этого хода. Я надеюсь, что все заметили, что этот ход безнадежно ослабляет оранжевые квадраты. И мы по красной стреле поставим сюда слона шах. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо большое за поддержку, Вастер Дач. Я надеюсь, когда-нибудь научусь правильно это произносить. И тем не менее, король уходит на H8. Это наши регулярные спонсоры. С самого начала приводит всех за проезд. Так вот, сейчас слон находится под ударом. И сейчас, конечно же, слон G7 не такой сильный, потому что он опирается в свою пешку. Вот. Но тем не менее, если мы поменяем чернопольного слона, это заметно ослабит позицию черных на королевском фланге. И поэтому все равно, даже если слоник здесь упирается в свою пешку, этого слона полезно менять. Но если возникает иногда достаточно редкие типы позиций, когда белый вызывает этот ход пешкой, затем отступает слоном, но я бы сказал, это скорее исключение из общего правила ведения борьбы против фианкетированного слона. Соперник играет конем на b6, атакует слона c4, открывает диагональ белопольному слону, и нам нужно принять решение, куда убирать этого слона.
Кажется, что слона хочется оставить на этой диагонали, сыграть слоном b3. Но знаете, что мне не нравится? Мне не нравится, что соперник ответит ходом d5. И как я потом буду вводить этого слона в игру? Я не понимаю. Поэтому мне хочется поменять ему прописку. Я, скорее всего, поставлю его на другую диагональ. На диагональ b1, h7. Давайте поставим его на d3. Все согласны, надеюсь? Как думаешь, чем бы закончилась партия строителя и пирамидчика? Это... Я к этому не был готов. Мне кажется, строитель достроит пирамиды. И тогда появится новый вид пасьянщиков. Пока такой ответ. Соперник сыграл e5. Он атакует нашу пешку d4, которую мы в целом не обязаны защищать, потому что на взятие пешки мы сможем конем отпрыгнуть в сторону и будем контратаковать. Я думаю, что этот ход, там, допустим, реагировать как-то со взятием или продвигаться прямо, этого делать не обязательно. Вместо этого я сфокусируюсь на развитии атаки на королевском фланге, даже не буду развивать этого коня, потому что план ясен. Мы двигаемся вперед, мы играем h4. А что, я играю на своем основном аккаунте, да, все здорово. Здорово. Так, слон идет на f5. Слон идет f5. Я думаю, что... Видите, считать придется. Если мы побьем, он побьет. Так, а если мы не побьем, он сам будет пробивать и будет отвлекать нас. А с другой стороны, этот конь, видимо, хочет получить доступ к этому полю. Но я думаю, что размен этот нам придется реализовывать, потому что это в целом ослабляет защиту королевского фланга. Сейчас пешка перейдет на поле f5. Теперь давайте упростим позицию, поменяемся с чернопольными слонами. И сейчас, если вы видите, что у нас есть батарея по вертикали d, и когда мы заберем пешку e5, он не сможет взять этой пешкой, так как у нас на ферзя d8 будет два удара. Поэтому он вынужден будет забирать пешкой с f6, и тогда у нас раз, два, три. Раз, два, три, у нас будет лишняя пешка. Но мы переводим игру в эндшпиль. Интересно, как мы должны сейчас поступить? А если оценить какие-то шансы на атаку, как-то ладью подвести по свободному коридору, но я не вижу, что это приведет к успеху. Поэтому я приму решение все-таки забрать эту пешку. Если позиция требует выигрыша пешки, перевести игру в эндшпиль, то почему бы и нет? Не всегда же мы можем давать мат сопернику. И что ж, сейчас у нас будет реализация преимущества с минимальным материальным перевесом в лишнюю пешку. Я думаю, что это будет не так уже просто. И для начала нам нужно доразвить свои фигуры. Я вывожу левого коня, то есть правого коня на f3. Я готов подставиться под ход пешка e4. И пока соперник будет думать, я бы хотел отметить несколько простых вещей. Когда вы получаете такой тип позиции, на всякий случай обращайте внимание на то, что эти клеточки являются слабыми. И возможно вам будет проще искать всякие прыжки конями на g5, затем на e6. Вот сейчас у черных проблема, потому что они не могут предложить размен ладьями, так как я соглашусь на размен и на взятие заберу пешку e5, которую конь перестает защищать. А ход ладья f7, сейчас мы немного подумаем, что мы можем на это сделать. Он зачем так пошел вообще? Он хочет играть ладьей d7. Он хочет бороться за эту вертикаль. Могу ли я как-то этому помешать? В целом я не против этого. Размена мне выгодно, у меня пешкой больше. Но я бы хотя-таки хотел бы сохранить себе ладью там. Так, хорошо. Угу. Ну, если мы пойдем конем, он пойдет ладьей, мы дадим ему шах, он это идет. Что это за позиция такая, непонятно. Можно предложить размен конями. Тогда его конь может пойти на c4, если он откажется. Что еще у нас есть? А вот эта крайняя пешка, она может двигаться прямо? Если мы двинем, он размен, мы шах. Что это нам дает? Он сюда, мы шах. Он там дальше, мы еще один шах.
Выглядит забавно. Мы как будто бы немного раскачиваем лодочку. И тем не менее, у меня нет уверенности в том, что это правильное решение. И тем не менее. И тем не менее. Так, ну давайте присмотримся к ходу конь d5. Насколько опасен прыжок конем c4? Это заставит мою ладью пойти на e6. Сможет ли он потом поймать мою ладью? Сможет ли он поймать мою ладью? Потому что она там действительно находится не в полной безопасности. Ну, давайте рискнем. Рискнем, так рискнем. Да, всем привет. Всем привет. Нас уже 600 зрителей. Конь пошел все-таки на c4. Давайте отойдем e6. Я на самом деле очень переживаю за эту ладью. Она, видите, вот там пешку толкает дальше. Пешку толкает дальше. Но мы пойдем конем g5, скорее всего, будем атаковать ладью здесь. Мне помогло принять решение поставить ладью на эту позицию, потому что я увидел, что в целом я могу убрать на e8. Если одно поле есть, то, наверное, ладья не ловится. Сейчас конь находится под ударом. Мы можем пойти конь e3, предложить размен атаковать по пешку. Или можем сыграть как-то поагрессивнее на f4 или пойти на h5. На f4 или на h5. e3 как будто бы очень жесткий ход. Он реально заставляет соперника меняться. Давайте все-таки заставим это сделать. Это будет правильная реализация преимущества. Так. Вроде звук. Он согласился. Мы заберем пешкой. И теперь у нас, да, образуется изолированная пешка, которая является потенциальной слабостью, но у него нету чернопольного слона, который бы с диагонали атаковал нашу фигуру. Ладью мы поставим на e8, потому что эта заготовочка у нас была сделана несколько ходов назад. И сейчас посмотрите, поле e6 является шаховым, и значит у нас есть мотив на так называемую комбинацию, которая называется завлечение на коневую вилку. И я сейчас уже сразу сделал заготовку в своей голове. И если вдруг он захочет, вот какой молодец. Но, по-моему, этот ход, а нет, нормальный ход, да, нормальный ход. Да, он заметил эту штучку. Как нам продвигать партию дальше? 1 минута всего остается. 1 минута остается, и не так уж и просто это все. Ну, давайте дадим шаг промежуточный. Он, скорее всего, королем отправится куда-то сюда. Или забоится, пойдет на f6. Но очень важно было сразу понять, куда именно он будет ставить свою фигуру. Отлично. И король забегает в мат. Король забегает в мат. Друзья, я уверен на 100%, на 99,9%, что, возможно, мы либо даем мат, либо получится. А мат получится поставить. Конь f4. Смотрите, матовые конструкции рулит, реально разруливает. Понимание вещей, как работает и взаимодействует конь с ладьей. Следующий ход пешка g3 является неизбежным матом. Как вам партийка, друзья? Мощно, сочно, вариант Бирна рулит и просто не щадит никого. Не щадит никого. Так. Александр спрашивает, будет ли продолжение по гамбиту Эванса или курс по нему. Курс планируется, продолжение может быть в партиях каких-то выпустим, потому что, в принципе, вся суть уже была рассказана. Вот курс потом сделаем, сейчас пока что руки не доходят. Так, ну что, давайте посмотрим эту партию, друзья. Уже немножко поанализируем, минут 5-10. Так вот. Я здесь объяснял один нюансик, почему я на титульных турнирах на коне f6, если хочу играть Блэкмора, играю обычно f3, потому что я потенциально грожу играть e4, они все играют d5, и возникает перестановка ходов. Так вот, после взятия конь c3, гамбит Блэкмора. В то же время хочу отметить, что, ну, смотрите, какой нюанс, что если соперник не играет по центру, пойдет g6,
то мы не можем играть вариант Бирна. Мы не можем играть вариант Бирна. Все, у нас уже пешка на f3 стоит. Тогда мы выходим так называемую атаку 150. И пару партий у нас уже было сыграно на эту тему. Тоже агрессивно, тоже интересно. Но если хочется играть на всякий случай вариант Бирна, то надо играть конь c3. И как и было сыграно в партии, после g6 мы занимаем центр, угрожаем пойти e5, он играет d6, мы идем слоном. Так вот, но тут он может пойти d5 и после e4 он может забрать конем. И это так называемый вариант Хьюпча. Скажу вам откровенно и честно, я здесь знаю только общие положения и общие идеи, потому что даже если мы приходим к этой позиции через такой порядок ходов, подавляющее большинство игроков забирает пешкой. Есть ощущение, что здесь не все так просто, потому что мы не можем сразу играть f3 из-за контратаки с e5, и ферзь потом выйдет на h4. Поэтому что белым здесь надо сделать какой-нибудь полезный для начала развивающий ход, затем играть f3. Как только у нас встретится партия на стриме, мы здесь подробнее поиграем, и я вам чуть больше расскажу. Конь d7. Конь d7. Правильный ход. Правильный ход. Давайте на всякий случай с вами повторим, что же здесь происходит, когда черный забирает пешку, забирает ферзя, идут конем g4, атакует пешку e5. Кто знает и кто в курсе, что надо делать в этой позиции? Бургер поесть можно. Вопрос можно. А вся идея базируется на том, что мы будем атаковать пункт c7, и на него можно нападать при помощи хода конем d5, но тогда черный будет забирать эту пешку слоном и защищать ее будут. Поэтому мы сначала играем пешкой h3, пешкой h3, как будто бы мы дурачки и просто помогаем черному коню забрать эту пешку. Теперь, когда уже поле занято, мы идем конем d5. И оказывается, что позиция черных уже абсолютно безнадежная. У нас было как минимум 5 партий на эту тематику, где черные неизбежно теряют эту ладью, или же они пытаются защитить конем пешку c7, мы уничтожаем слоном, даем эту самую вилку и даем мат. Вот. Таких партий было очень-очень много. Так вот, конь d7, наверное, один из самых спокойных ходов со стороны черных, на что я рекомендую не играть f4, хотя так тоже можно, а просто поменяться, просто поднять ферзя в батарею и играть простой тип атакующих и агрессивных шахмат. f6 ход мне не нравится со стороны черных, он позволит мне дать ему шах. Король отошел на h8, и вот то, о чем я и говорил, что компьютер на первое место ставит ход слоном e3, хотя там идет реально борьба вольная или греко-римская за первое-второе место. В общем, и так можно. Слон h6 было принято хорошее решение. И вот здесь у нас был первый критический момент, когда я задумывался, куда мне ставить слона. Компьютер говорит, что надо было пойти слоном b3. Слоном b3. Если отступать, он говорит, что надо пойти e2. Я не знаю почему. Друзья, вы согласны с компьютером, что надо пойти слон b3? Или мастер и стример пошел нормально? Что вы думаете? Пешку мы меняем, чтобы выиграть время, выиграть темп для того, чтобы развить ферзя и рокироваться в быструю сторону. Так, а какой у тебя вопрос? Нет, там, ну, e6 можно, но просто ловушечный вариант, там не работает. Там ловушечный вариант. Мастер-стример пошел нормально, да? Ну, вот смотрите, сами посмотрите, слон b3, d5. И кажется, что здесь слон делает. А он говорит, что мы и без слона здесь справимся. А мне по-человечески кажется, что я не справлюсь без слона. Ну, вот так вот. Ну, ладно, слон d3 пошли. e5 ход одобряет.
аж 4 одобрили. И вот тут у нас был один нестандартный момент. Наверное, многие из вас хотели бы съесть эту пешку или продвинуть ее прямо. Но дело в том, что когда он заберет эту пешку, мы пойдем конем b5, контратакуем. У черных образуются две слабости, две изолированные пешки. Когда он будет защищать, мы пойдем конем e2 или конем f3. И все-таки эту пешку забираем. Спасибо большое за поддержку. Добрый вечер, Шамиль. Добрый. А вы проводите индивидуальные занятия? Если да, занятия. И как записаться? Я провожу, времени очень мало. С оценками можете познакомиться на шапке профиля. Есть контакты, там можете написать, и мы с вами обсудим. Так вот, конь c6 в шапке профиля на YouTube или на сайте в кнопочке «Связаться с нами». Конь e2 несколько точнее, потому что на конь f3 будет связка, которая, опять-таки, не опасна, но не дает нам прямо сейчас отыграть эту пешку. В общем, я надеюсь, что всем было понятно, почему мы эту пешку готовы были пожертвовать. Соперник пошел на размен слонами, но это плохое решение. После этого позиция сразу переходит в эндшпиль с лишней пешкой, где здесь все просто было. Конь d5, правильно. Ладья e6, правильно. Конь g5, правильно. Конь e3, ой. Тут не получится соврать, конечно. А конь e3 неправильно. Друзья мои, почему конь e3 неправильно? Что я не заметил по ходу партии и что видит компьютер прямо сейчас? Я пытаюсь немножко подкорректировать свое мышление, потому что я почему-то об этом вообще не думал. То есть я конем напал на фигуру, и я подумал, что он либо будет меняться, либо будет отступать. Да. Оказывается, несмотря на то, что мы создаем как бы две угрозы, нападение на коня и на пешку f5, и взятие будет шахом, у черных есть свой ход конем d4, который атакует ладью и поддерживает пешку f5. И проблема заключается в том, что когда мы уберем ладью e8, нам прилетает шах конем, затем уничтожение защитника поля и мат ладьей. Это было бы эпично, правильно? Это было бы эпично. Обалдеть можно. Поэтому, если бы это вдруг случилось, то компьютер говорит, что надо жертвовать коня. И это бы было бы совсем не по плану. Видите, как трудно выигрывать выигранную позицию. Это очень тяжело. Очень тяжело. Какие-то все время лошадки тут на d4 запрыгивают. Но, слава богу, соперник не нашел этого продолжения. Вместо конь e3. Вы не поверите, что здесь предлагает компьютер. Многие из вас, наверное, хотят, чтобы мы перестали болтать и анализировать и поехали дальше. Но это действительно интересный тип позиций. Обалдеть. Угадайте первую линию компьютера сейчас. Да, всем привет, хорошей игры, спасибо. Так, b3 мимо, конь f4, вторая линия, мы с поля f4 будем контролировать поле e2, и конь d4 не так опасно, мы можем убрать ладью. Никто не отгадает, как здесь надо играть, никто. Или, может быть, кто-то. Сейчас, одну секундочку.
Из Украины можно приобрести курсы. Напишите на сайте, есть контакты с разработчиком или со мной, и мы там решим этот вопрос. Так. Ну что, сдаетесь? Хотя тут у нас есть победители. Я вижу Виталий Демченко. Кто-то еще. Клаус. Если кого-то забыл. А, Вячеслав Баринов. Виктор Шелихов. Угадали правильный ход, друзья. И еще вот в конце MFMR. Вот. Но если кого-то забыл, не обижайтесь. Ход H5. Идея заключается в том, что брать коня нельзя, пешка продвигается прямо. Если король пойдет на g8, конь блокирует поле, мы даем мат в один ход. Если король идет на f8, мы даем шах. Король f7, мы даем шах с защитой ладьи. Король идет f8, пешка идет h7, угрожает постановка пешки в ферзе. Эти фигуры, чисто визуально, я думаю, все согласны, находятся очень далеко от проходной пешки и не успевает помогать. Поэтому черным придется идти король g7, где белый просто играет ладью e8 и нету защиты от хода h8 ферзь. С ума сойти. С ума сойти. Это было бы круто, да? Мне кажется, это супер гроссмейстерский уровень. То есть h5. То есть играем и на мат, и на проходную пешку. Ну, надеюсь, это нам поможет. А партии нас простили. Нас простили, вот тут была ловушка на ход h6, мы бы сыграли ладья d8, ладья d8, конь e6, шах, вилочка. Он пошел королем сюда, мы дали шах, король h5, конь h3. Тут черные могли защититься, сыграть конем e6 и контролировать поле f4. Я на это собирался ответить, честно вам скажу, ладья e8, в расчете на то, что ладья пойдет на d6, и я снова пожертвую ладью и поставлю вилку. Но оказывается, в мире компьютерных шахмат не все так просто. Черные не обязаны поддерживать коня, они могут пойти конь g7, и партия начинается заново. Да. В общем, играли хорошо, соперник играл чуть-чуть слабее, поэтому мы победили. И мы едем играть в следующую партию. Следующая партия против нас объединенный... Нет, это Судан играет e4. Как и обещал я в начале стрима, я хочу попробовать так называемый контргамбит Скачкова-Паульсена или же турецкий, если его назвать так. По-английски это elephant, но причем здесь elephant я понятия не имею. И, кстати, мини-заявление. У нас сегодня на сайте arslanovchess.com вышла первая обучающая глава на тему этого дебюта. Ссылочку вы можете найти в описании к этому стриму. Переходите, первая глава бесплатная, изучайте, смотрите. Вот, и сейчас я буду рассказывать. Значит, конь бьет e5, ход один из популярных. Белые могут забирать эту пешку или забирает конем. Вот. И здесь самое главное не поспешить со взятием пешки e4 из-за того, что белопольный слон пойдет на c4 и будет атаковать пешку f7. Здесь главный ход является слон d6. Мы должны развить слона заранее, атаковать коня в первую очередь. Идея заключается в том, что как только белые сыграют пешкой d4, будут поддерживать коня e5, мы теперь заберем эту пешку, и вы можете сказать, что а сейчас же белые все равно могут пойти слоном на c4. Да, они могут, но я уже готов уничтожить этого сильного коня на e5. Вот это одна из главных линий в этом дебюте. За красоту и агрессию. За красоту и агрессию. Спасибо большое, Александр Филимонов, за соточку и спасибо за поддержку. Сейчас будем играть красиво и агрессивно, но это зависит от того, как будет играть наш соперник. Конь c3. Есть такой ход, но, по-моему, это уже некоторое упущение со стороны белых, потому что партия уже становится как минимум равной. Может быть, и черный будет перехватывать инициативу. Мы, конечно же, заберем этого коня на e5 и поменяемся ферзями на поле d1. Отлично. Теперь белые должны конем отойти назад. Но либо они могут побить королем. Нет, он забирает конем. Хорошо. Взгляните на эту позицию. Это действительно очень странно рассматривать, как будто бы эти пешки
Ну, неправильно расставились в этой колонне. Пешка должна белая здесь стоять, а черная наоборот снизу. То есть это означает, что мы играем какой-то классический дебют, только взяли вот так вот, поменяли на живой доске пешки местами. Наша пешка уязвимая, слабая. Пешка соперника также уязвимая и слабая. Конь отошел назад. Но как будто бы полностью уравняли уже черный. Сейчас надо просто подумать, как лучше расставить свои фигуры. Мне кажется, что здесь черным стоит для начала пойти, что конем на c6, атаковать пешку e5. Когда нас подвязывают, мы заблокируем связку ходом слоном d7. Рокировка. Я не ожидал увидеть этот ход, потому что мне казалось, что теперь у меня конь развязан, и я могу просто забрать эту пешку. Странно, почему белые сыграли так очень быстро, но, быть может, они пытаются как можно скорее развить ладью и сесть мою пешку e4. Сейчас у нас есть выбор между взятием королем или взятием конем. Друзья, вы можете предположить, как бы вы сыграли в этой позиции. Я не буду читать комментарии, потому что это мой основной аккаунт. Вот. Я приму решение, а затем мы сверимся с тем, что вы именно написали. Так вот, с одной стороны, королем бить не хочется, потому что мы теряем право на рокировку. Но если взглянуть на это с другой позиции, то мы подтягиваем короля в центру, и в эндшпиле это вроде бы неплохо. И спасибо большое за поддержку. Шамиль, А. желаю успехов. Обязательно приду на твой курс. Сейчас 1400 в рапиде, цель 1800. Ты прекрасный игрок. Спасибо большое за поддержку. Приятно видеть и слышать теплые слова. Я думаю, что вполне реально. Нет никаких проблем. Я считаю, что каждый из вас может пройти от 600 рейтинга до 2200 без каких-либо особых проблем, просто занимаясь и играя в шахматы регулярно. В мире онлайн-шахмат. Вообще без проблем. Так вот. На чем я остановился? Королем хотел забрать? Или конем хочу забрать? Конем не нравится, потому что иду назад. Королем нравится, потому что иду вперед. Но я стою на открытую вертикаль, которую, быть может, как-то белые будут использовать. Наверное, здесь надо посчитать варианты. Вроде бы король d7 интуитивно хочется, он пойдет слоном f4, и мы отойдем с нападением. Окей. Если король d7... В общем, мне уже нравится взятие королем. Я беру королем. Сейчас посмотрю, что вы здесь предлагаете. Так, планирую ли я играть у Матвея Гальченко? Планирую, там турнир перенесся на следующую неделю. Привет, Новосибирску. Так, хорошо, слон f4. Этот ход мы обозначили, конь g6. Лошадью ходи, лошадью. Очевидно, ух ты. Вот, видите, за 3 месяца Иван поднялся. Поднялся 1700 до 1996. Поздравляем. Слон отступает назад. И снова у нас получается, да, видите, эндшпиль. Эндшпиль где? Проблем особо с реализацией преимущества у нас быть не должно. Я бы хотел для начала не спешить с развитием этого коня. Я бы хотел сначала пешку выставить, чтобы защита пешки была более надежной. А он сыграл g3, потому что думал, что я хочу играть f4. И вы здесь должны подметить, что поле f3 и h3 становятся теперь слабым. И это форпост для нашего коня. Но сразу вести сюда коня не нужно, друзья мои. Мы сначала завершим развитие, пойдем конем f6. Он играет конем c3. И сейчас надо понять, что нам делать с положением своего короля. Как нам с вами... Надо разработать план. Потому что следующий ход будет шах. Привет. Как Привет. можно из России купить подписку на Chess.com? По-моему, нельзя. По-моему, нельзя. Спасибо за поддержку.
Вот мне в глаза бросается ход пешкой c6, чтобы ограничить коня c3 и спрятаться королем на поле c7. Это прям мой ход, который я хочу сделать прямо сейчас. Мне c6 не нравится, что ослабляется поле d6 в то же время. А может быть, надо просто пойти c6. И короля, может быть, центр поставить. То есть c6 мы ограничили коня. Но я уже пошел. Он дает шах. Куда пойдем мы королем? Ну давайте на e6. Так, идет f3, хочет открывать позицию. Сейчас любопытно, можно плясать под его дудку со взятием, а можно придумать второй ход кандидат, который мне нравится больше, конь e5. Я думал об этом ходе пару ходов назад и сообщал вам об этом. После взятия мы возьмем пешкой, и конь отправится на поле f3, будет объявлять шах, будет контролировать e1, d2, это по-любому здорово. Забираем, забираем. Хотя можно было и забрать конем, но я что-то немножко импульсивно сыграл, но думаю, что это не такая большая трагедия. А стоит ли нам ставить сюда коня с шахом? Он пойдет g2, а потом будет такая жертва. Конь бьет e4. Давайте тогда поменяемся ладьями. Вы видите, чат лучше знает, яблочки знают, как надо играть против этого. Так, 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 сейчас мы поменяемся. А про поле f3 забывать не надо было. Не надо было забывать про поле f3. Тактика, галактика. Вот видите, проблема хода g3. Поле ослабилось, я вам об этом сообщил. Повел коня, соперник сыграл агрессивно, прозевал слона. И мы побеждаем эту партию уже без каких-либо особых проблем. Вот в чате говорят, что хорошо, что не все подхватили новую моду на вертикальные стримы. На самом деле, вот пройдет еще пару месяцев, и на примере Сергея Жигалко, его канала, он на вертикальных стримах за неделю нафармил 5000 подписчиков. Я за полтора месяца нафармил 5000 подписчиков. Понимаете, что вертикально это реально помогает разгружать канал. Вот. То, что я этого не делаю, это я дурачок. Так, король пошел e3. Давайте защитим пешку. Она у нас была под атакой. Ну что, у нас тут лишняя фигура. Я думаю, что сейчас мы потянем ладью на одну из открытых вертикалей. Да, поставим ладью на f8, тем более он как бы подсказывает, что идти надо именно сюда. Я бы не прочь сейчас поменять одного из коней. Ну, там король e3, пойдем конь d5. И чтобы было очень просто выигрывать эту партию. Да, ага. Он решил, друзья мои... Он решил прям в мат пойти, получается. А как здесь мат поставить? Ну, мат, наверное, не ставится. Жалко, ладьей сквозь фигуры ходить нельзя. Ну, не будем тогда искать его. Я не чувствую, что он есть. Шах отсюда, он идет дальше. А может быть, там поискать. Если там поищем. Наверное, поищем мат. Теперь висит пешка, защитим ладьей. Сейчас получается, что конь контролирует поле h5. А значит, мат будет ставить другой конь. Мат можно поставить с поля e7, или с поля f8, или с поля e5. e7, f8, e5. И мы это сделаем при помощи хода конь f7. Та-дам!
Это называется сооружение матовой сети. Если вы чувствуете, что у короля реально мало клеточек, вы можете попробовать. Аккуратно, конечно же, надо всегда высчитывать идеи с контр-игрой. Но, видимо, сейчас белым придется уже жертвовать свою ладью. В противном случае они просто получают мат следующим ходом конь e5. Да, он жертвует. Мы согласны. Мы даем шаг. И давай... Ага, куда пролез-то? Куда пролез-то? Негодяй. Ну, давайте попробуем так пойти. Эта партия вышла уже за рамки обучающего скоростного забега. Пошел так. Теперь мы пойдем ладьей d8, хотя у него был шаг конем на d6. Но это проблема, проблема действительно встречается. Иногда так хочется мат поставить, что забываешь обо всем вокруг, увлекаешься вариантами, у него находится какой-то строго единственный ход, и мы пойдем конем на g4. Друзья, сейчас возникает тип позиции, который принято называть цугцванг. Кто-нибудь из вас знает, что такое цугцванг? Что такое цугцванг? Можно как скороговорку использовать. Я, кстати, между прочим, использую скороговорки перед тем, как начинать, по крайней мере, записывать видео для YouTube-канала. Кстати, а кто-нибудь из вас сегодня смотрел партию Вильгельма Стейница в итальянской партии Гамбита Грека? Кто-нибудь из вас уже успел посмотреть? На нашем канале вышел ролик потрясающий. Да, любой ход приводит к ухудшению позиции, иногда как бы не так критично, но чаще всего это используется ситуация, когда любой ход ведет либо к потере какой-либо фигуры значимой, ну, либо постановке мата. Вот сейчас смотрите, у белых пешки не ходят, конь как будто бы ходит, но если он уйдет с поля e4, мы дадим мат в один ход. Поэтому сейчас надо просто ничего не трогать, и заставить соперника пойти этим конем. Вот, ладьей атаковать коня мы не могли, потому что он поставит нам вилку. То есть ладья здесь стоит клево, шахов у него нету. То есть если мы сейчас загоним соперника в ситуацию, он пойдет а3, мы пойдем а6, как будто бы пешка не ходит, у нас пешка забирает. Эта пешка не ходит, пешка забирает. Эти вообще не ходят, король вообще не ходит. Да, он все-таки пошел. Мы забираем эту пешку, мы двигаемся прямо. Он нашел этот шаг. Ну, давайте забирать его. Если мы пойдем королем куда-нибудь прямо, мы все равно мат не даем. Если отойдем подальше, потеряем пешку. Давайте забирать. Вот, и... Давайте поставим ладью. Почему ладью? Потому что я хочу ладьей и конем поставить мат. Ведь все было ради этого сделано, просто соперник помешал. Ладьей заберем пешку. Осталось только понять, кто будет матующей фигурой. Это будет конь или ладья? Кто у нас больше заслужил победы? Этот как будто бы новобранец. Давайте все-таки конем поставим. Вот она, все. Соорудили матовую конструкцию, в итоге в конце концов реализовали. Именно такой мат хотелось поставить еще 15-20 ходов назад. Напишите свое мнение по поводу этой партии прямо сейчас, друзья мои. Напишите, что вы думаете. А я пока что начну анализ стартовых ходов.
Клево, да? Клево, отлично, супер, хорошо. Так, про турецкий на сайте я вам здесь рассказал. И, кстати, там про эту линию тоже немножко рассказывается. Вот смотрите, здесь нельзя спешить со взятием пешки Е4. За проезд передал. Все, хорошо, сейчас я карандашком отмечу. Так, Станислав, я, Станислав, за проезд. Вот, и не забывайте вводить промокод STREAM20, находится также в описании маленькими буквами, у вас будет скидка 20%. Так, после DE, DE возникает некоторые проблемы из-за хода слоном C4 и пешкой F7 висит. Поэтому мы сначала играем слон D6, атакуем лошадь, он играет D4, мы забираем слон C4, и теперь мы уже готовы эту агрессию встретить своей агрессией. Привет, Шамиль. Вопрос касаемо скандинавской защиты. При порядке ходов 1.e4d5.2.xxd5.3.nc3k5.4.d4.nf6.5.bd2. Как дальше развиваться черным? Да, и давайте ответим на вопросик быстренько по скандинавке. Надо уже выпустить обновление. В ответ на слон d2 вы должны менять свою расстановку и играть позицию с пешкой на c6. При случае убрать ферзя на c7, но ждите, если пойдет конь f3, все равно слон g4 свяжете. Если не дает развить слона на g4, ставите на f5. И ваша структура с пешкой на e6, конем на d7 будет. Вот и все. То есть слон d2, вы должны менять план. С c6 уходить ферзем. Если он играет через d3, конь f6, слон d2, то никуда уходить ферзем не надо. c6 ход не является обязательным, можно конем идти. На нападение ферзь пойдет b6. Вот, то есть, отвечая на вопрос, слон d2, c6. Если пойдет слон c4, тоже надо пойти c6, потому что будет перестановка ходов, и конь d5 нам не нравится. Так вот, вернемся к турецкому. С d4 взяли. Теперь вот в ответ на ход слоном c4 мы готовы уничтожить и готовы лишить белых права на рокировку. И далее, позвольте мне показать миниатюру. Черный развивает коня, атакует пешку, слон f4. Слон g4 шах, король d2, хотя ход этот не самый лучший, им надо было пойти королем на c1, 3-0 шах, король e3, найдите сильный ход за черным. Нету лучшего дебюта, чем скандинавка. Сицилианка сложная, скандинавка круче. А, Эванс, конечно, Эванс это самый главный турнир. Давайте попробуем. Тут советую, друзья, не забывайте подписываться на канал. Если вы не подписаны, ставьте колокольчик. И не забывайте ставить лайк этой трансляции. Не забывайте. Сейчас посмотрим у нас тут, сколько лайков поставили на 836 зрителей. Всего 287, всего 287. Маловато, маловато. Вот. Так. На король Е3 правильный ответ, ход конь Д4. Вы атакуете пункт С2. Как и в варианте Бирна. На ход конь А3 защитой пешки. Вы играете. Кто видит мат два хода, пишет в чат. Кто видит мат два хода, пишет чат. Курс по скандинавке, то, что вы сейчас там видите, там только 10-15% курса. Только 10-15%. Там, наверное, по часам будет минимум 8-10 часов. Минимум. По видео и, ну, соответственно, там все тренажеры и так далее. Так, ну что, все готовы? Все готовы?
Да, неожиданно конь идет на f5 шах, король забирает пешку, и ладья с d4 дает мат. Ладья с d4 дает мат. Вот, то есть, несмотря на то, что партия вытекает плавно в эндшпиль, и здесь черный сохраняет отличные атакующие идеи, и мне эта позиция нравится, именно поэтому я считаю, что это невероятно крутой дебют за черных. Я бы их поставил примерно, ну вот то, что мне нравится, скандинавской черными. И турецкий, если вы хотите играть активно и агрессивно, пробуйте, играйте, посмотрим. Единственный недостаток турецкого это то, что если белые не пойдут конем f3, то мы его играть не можем. То есть, если они пойдут в венскую партию, надо что-то изобретать. Вот. Но на практике практически все играют конем f3, поэтому он работает и будет работать, и на 200 работает, и мы начинаем следующую партию. Чешская от обороны, я говорю про активные дебюты. Итак, снова d4 против нас Франции 2036. Что уже последует? Прикиньте, вот как я и говорил, конь f3 d5. Турецкий гамбит вторая серия на нашем обучающем скоростном забеге в 19:59 по московскому времени. Количество зрителей 853. Мы повторяем, закрепляем, и соперник играет d4. На этот ход можно реагировать по-разному, можно забрать пешкой пешку. Вот, но я предлагаю все сводить к общему знаменателю и просто забрать пешку с нападением на эту лошадь и пойти слон d6. То есть теоретических веток, по сути, здесь только 2, 3, 3,5. Очень удобно играть, удобно изучать. Ход f4 вижу впервые, поэтому себе запишу, потом подробно изучу. Так, f4 на самом деле выглядит как минимум разумно. А белый поддерживает своего коня на e5. Но то, что я о нем ничего не знаю, подсказывает мне, что этот ход не такой хороший. Странная логика, да? Хорошо. Давайте подумаем так. Когда конь поддержан обеими пешками, то его фигуры выбить не получится. И если мы хотим выбивать этого коня, как будто бы надо пойти f6. Но ход f6 ослабляет диагональ, и ферзь вылетает на h5 шахом. И мало нам тут не покажется. Да. Если мы пойдем f6, ферзь пойдет h5, мы закроемся пешкой, он заберет конем. Мы не можем брать пешкой, потому что теряется ладья h8. Значит ли это? Ну, может быть, надо просто развить свои фигуры. Давайте пока разовьем коня на f6. А, взять на Добрый проход. вечер. Добрый. За этот билетик. Ролики, разборы партий. Огонь. Вертикальные стримы сильно так себе, но ради набора подписчиков потерпим. Потерпите? Ну хорошо. И, может быть, знаете как? Да, огромное спасибо за поддержку. 3000. Это у меня карманов не хватит все это за проезд там переложить. Придется еще одну какую-нибудь квартиру арендовать. Огромное спасибо всем нашим спонсорам и всем зрителям, кто пишет, активно принимает участие. Может быть, мы запустим стримы регулярные, где я буду играть вертикально со зрителями. Я думаю, что на это вы согласитесь. Вот. Скоростные забеги вертикально пока не планируются. Вот. Тем более все сказали, что это боль. Какая боль? Окей. Так, что по поводу F4? Действительно, много есть возражений. И в том числе можно было просто взять на проходе. Но я почему-то об этом даже не подумал. Я не знаю почему. Бывает, бывает. И сразу онлайн упал на 300 человек, с ума сойти. Так, забирает к лошадкой. Ну и, в принципе, черные уже уравняли, да, пойти конем на f6. На 2000, в принципе, черными получить равную позицию, это вполне естественно и нормально. Об этом мечтает каждый игрок. Ну ладненько, поедем в следующую партию, может быть, белыми нам дадут. Опять черные дают, но так нечестно. Ой, там d4 был. Там d4 ход был, мы Чарлика могли сыграть. Так, Албания, руж диками. Армянский шахматист, отвечая, начинает партию ходом e4. Почему-то нам все дают черными, хотя мы только что играли. И снова наш дебют. И вот ЕД, это главный ход, и он самый принципиальный за белых, где мы продвигаем пешку прямо и начинаем контратаковать коня соперника.
И со стороны белых главным возражением считается развитие ферзя на Е-вертикаль с атакой пешки с подвязкой. Ход конь Е5 не является проблемным для черных, и мы как будто бы играем улучшенную скандинавку с отыгрышем пешки и нападением на коня Е5. И белые пытаются поддержать коня, своего коня пешкой d4, и здесь мы 100% будем брать на проходе. Конь забирает на d3, и посмотрите, что произошло в этой партии. Черные уже выровняли эту партию, мы отыграли лишний темп, которым водили белые в начале игры. Центр пешечный полностью уничтожен, слоны открыты у нас, причем оба. У белых слон белопольный упирается в коня d3, и поэтому... А позиция черных немножечко лучше, немножечко. Тут я всегда стараюсь в этом типе позиции развивать в первую очередь ферзевый фланг, конь c6. По плану слона поставить e6, рокироваться в длинную сторону. Когда конь атакует ферзя, у нас есть два главных поля, куда можно поставить ферзя. Можно вспомнить детство и пойти по-скандинавски, но я чаще предпочитаю положение ферзя на f5. Шамиль, почему не играешь скандинавскую партию черными в ответ на против хода e4? Мы ее играли весь предыдущий скоростной забег, и сейчас мы тестируем так называемый контргамбит Паульсона или турецкий. Мы играли... Так... Вот, возможно, вы хотите сказать, что ферзь на f5 стоит неуклюже. Вы согласны, что ферзь на f5 немного стоит безобразно? Кстати, давайте проведем перепись населения. Напишите свой рейтинг, потому что, может быть, у нас... кстати, напишите, если вы недавно попали на канал, там, может быть, неделю-две. Вот, если вы такие присутствуете, напишите, пожалуйста, и напишите свой рейтинг. Напишите свой рейтинг. Итак, он развил слона e3. Пока что наша ладья на d8 связывает, подвязывает. Это круто, здорово, мне нравится. Мы сейчас пока что пойдем, разобьем коня на f6. Он двигает пешку на h3, берет под контроль поле g4. И сейчас нам нужно принять какое-то решение. Надо понять, как организовать атаку на королевском фланге. На королевском фланге с нашей стороны. И еще пару ходов назад я думал, что... мы будем играть как-то в духе слоном на d6. Затем... Будем перетягивать ферзя на g6, слоном пойдем на h3. Такие, знаете, перекаты, перегрузки. Вот, но последний ход пешкой сразу подсказал мне, как именно мы будем играть. Нам не нужно играть на эту связку, потому что эта связанная фигура надежно укреплена и слоном, и ферзем, и пешкой. Нам нужно как-то играть против пешки h3. Такую пешку называют зацепкой. И цеплять эту пешку надо своей пешкой соседней же. Мы пойдем g5. С целью потом g4, не обязательно, что сразу, но мы намекаем, мы планируем это сделать, чтобы добиться вскрытия вертикали. Обратите внимание, что атака черных при разносторонних рокировках, она уже начинается, а это очень важный фактор и очень важный фактор оценки положения на доске в позициях с разносторонними рокировками. Кто первый начал, если вдруг он потом ничего не зевнет, партия должна прийти к победе. Так, а у нас двухтысячников практически нету, да? Это мы, получается, на вырост. А вот 2300, Вил Тапкин. У нас огромное количество зрителей где-то. Средний рейтинг, мне кажется, 1300. 1300. А если кому-то сейчас... ну, не то чтобы нечем заняться, я попрошу сделать следующее. Кого-нибудь из зрителей... посчитайте средний рейтинг. Вот у вас есть данные. Посчитайте, сколько средний рейтинг стрима. Да, посчитайте. И потом напишите. Итак, соперник играет ферзь c1. Что мы замечаем? Мы замечаем, что он ушел с подсвязки. Первый фактор. Второй, он строит батарею, атакует пешку g5. Которую мы планировали.
Мы планировали двинуть прямо до g4. Но сейчас я смотрю и вижу, что в ответ последует ход h4. Мне это не нравится. А, наверное, мы можем подкрепить свою пешку g5 ходом ладьей на g8. Воронеж первый разряд. За полгода поднять на 600 пунктов, мне кажется, это круто. Это круто. Те, кто ставит хэштег партии по 15 минут, спасибо, что вы поддерживаете чатик. Но по 15 минут мы будем играть в стиле Морфео. Он у нас вроде бы как традиционно закрепляется по средам, 18:00 по московскому времени. Тут мы по 15 не будем. Но вы продолжайте писать, мне это выгодно. Продолжайте. Белый играет А4. Это означает, что либо он хочет двигать пешку дальше, либо хочет прыгнуть конем на b5, атаковать пешку a7. В любом случае, обе угрозы не выглядят слишком уж опасными для нас. Да, там пойдет конем b5, мы защитимся, правильно? Пойдет a5, мы заблокируем. Поэтому давайте думать о нашей атаке. И, может быть, я неправильно смотрю на этот тип позиции, но мне кажется, что мы можем себе позволить ход пешкой h5. Для того, чтобы сыграть h4, для того, чтобы заблокировать эту пешку, а затем цеплять ее ходом g4. Есть потенциал для чего? Какие вы цели ставите? Давайте просто играть в шахматы, повышать общий уровень. Это же самое интересное. Зачем нам разряды? Просто повышаем, интересуемся. Гроссмейстером, наверное, мы с вами не станем, но до крепкого любителя дойти можем. Вот. Я, кстати, себя не считаю профессионалом, я считаю себя любителем. Вот. На рыбалку конем нехорошо. Я не думаю, рыбалка хорошо работает, когда ладья стоит на h8, вот он запрыгивает конем на b5, атакует пешку. Я бы сыграл a6. Надеюсь, что вы также сыграете. Все-таки пешку отдавать неохота. Конь на b5 находится под ударом. И он просто вернулся обратно, с ума сойти. Посмотрите, какой наглый скакун. Так, так, так. Но на самом деле это может быть очень даже умное решение. Он заставил меня сдвинуть пешку с места, а потом будет двигать b4 и b5, и после взятия откроется вертикаль для ладьи. Но вопрос, успеет ли он это сделать? И это самый главный вопрос. Итак, я играю h4, я надеюсь, всем пояснил, что мы пока что g4 сразу играть не можем. Он сам пешку задвинет, поэтому мы заранее блокируем эту пешку, чтобы потом ее зацепить. Черный пояс по айкидо. Ну, исчезающий ход, он, понимаете, немного по-другому делается. Он делается в основном обычно линейной фигурой, слоном или ладьей. Опачки! Мы поздравляем Максима Мельникова с приобретением чешской защиты. Спасибо вам большое за поддержку. Там пока что 0 глав, но мы выпустим на этой неделе хотя бы первую. Вот, чтобы вам было чем позаниматься. Спасибо большое за поддержку. Так. А что нам делать дальше? Что нам делать дальше? Пешка g4. Мы пока что и двигаться не можем. Нам как будто бы надо пойти f5. Но подождите, поле g3 ослабилось. А это поле для какой фигуры создано, чат? Для какой фигуры создано это поле? Я пойду, но вы все равно напишите, для кого поле это создано. Для коняшки, для коняшки. Отлично, отлично. Так, конь пошел f2, освободил диагональ слону, не зеваем. Поле d3 также освободилось, возможно, слон хочет атаковать этого ферзя. Так. Войны нельзя избежать, ее можно лишь отсрочить к выгоде противника.
Или к нашей выгоде, между прочим. Спасибо большое, Максим, за поддержку. Я пока что продолжил лошадью ходить и атаковать ладью F1. И вот сейчас мне очень хочется подумать. Первое, что я хочу, это забрать эту ладью D1. Но тогда я позволю его ферзю активизироваться. А быть может, нам просто надо пора уже развивать чернопольного слона. Давайте разовьем чернопольного. Ферзь нас поддерживает. Что надо тренировать для поднятия рейтинга? Расчет вариантов. Нужно технику расчета подтянуть. Вот, решать задачи с уровнем на пару сантиметров сложнее вашего текущего. И должны ее ускорять. Но это сделать не так уж просто, но мы попробуем. Итак, конь идет e4. Или дайте мне время, я посередине займусь этим вопросом. Пока что общие понятия примерно такие. И что ж, он предлагает размены на своих условиях, чтобы я съел его, и он съел бы ферзем. Подождите, а тут нету перегрузки. Друзья, тут же перегрузка. Так, подождите. Давайте составим цепочку. Слон атакует слона, ферзь защищает слона. Конь атакует слона, конь защищает слона. Так. Ладья атакует ладью, конь защищает ладью и ферзь защищает ладью. То есть у белых две перегруженные фигуры. Две перегруженные фигуры, и надо просто расставить правильный порядок взятия. Если мы возьмем ладьей шахом, он улизнет слоном. Но если мы возьмем конем шахом, он берет конем, а мы берем ладьей шахом, а затем берем слоном шахом. Нормальная тема, да? Вот это полный расколбас. Хорошо. Вот мы добились материального преимущества, и атака у нас продолжается. А это как бы 2200, это вам не хухры-мухры. Это вам не хухры-мухры. Если у нас планы на атаку, я думаю, что они есть. И мы можем продолжить играть g4. Или не можем? А если присмотреться к тому, что тут пешка перегружена, и попробовать подтянуть коня. Слава богу, d6 вилки не будет. Тут пешка стоит на c7. Да, он идет конем d4, не дает мне завершить красиво партию. Я хотел пожертвовать, чтобы отвлечь пешку и дать мат. Он играет слон d4. Мы заберем слоном. Но, может быть, мы можем продолжить атаку через конь f3, ферзь f3, шах, отдать коня за две пешки моментально, еще одна пешка в рассрочку, а потом забрать слоном. Мне кажется, это того стоит. Мне кажется, это того стоит. Как справляться с негативными эмоциями? Опачки, я вот этого не видел. А это плохо. Но опять проклятый контрудар и контратака. Контрудар и контратака. Шаха 8 висит. Но я не думаю, что это большая трагедия. Мы можем забрать этого коня здесь. Да, мы отдадим ладью, но, конечно, желательно такие вещи предвидеть заранее. Опачки, кому мы поздравляем? Мы поздравляем Кирилла с приобретением чешской защиты, как и оформлялось раньше. На этой недельке мы выпустим полторы главы. Ферзь А8 шах, король пойдет D7. И как теперь продолжить атаку? Так, сомби Т3 нельзя. Нельзя. Так, надо обезопасить как-то позицию свою. Думай, голова. Это самые плохие типы позиций, которые существовать могут. Ой.
Значит, так пойдем. Так. Сейчас будем молчать. Сейчас будем молчать и пытаться выигрывать. 13 секунд. Заболтался я. Так. Давайте пойдем сюда. Ну что, выиграем чат или все пропало? Все пропало, да, наверное? Наверное, все пропало. Семь секунд. Черт. Проклятие. Все пропало. Все пропало. Но я каким-то чудом ничью сделал. Фух, ну тут ничья как победа. Каким-то чудом. Фух, ну хотя бы ничья, правильно? Хотя бы ничья. Ой-ой-ой. Хотя бы ничья. Успел, успел, успел. Фух. Я не знаю, зачем соперник так начал играть. И это то, что хотел бы предупредить вас. Зачем так быстро играть, когда у вас 3 минуты на часах? Зачем так быстро играть? Повезло. Повезло. Так, что у нас здесь? Чему я вас здесь научил? Я научил, что если вы будете разыгрывать турецкий, эта линия тоже встречается достаточно часто. Вы забираете ферзем, на ход d4 берете на проходе, на взятие конем, быстро развиваете ферзевый фланг. Ферзь отступает на f5, это хорошая клеточка. Слон идет e6, рокировка в длинную сторону. Так вот. Далее немножко развиваем королевский фланг, и как только видите h3, начинаете g5. Он пытается что-то делать. Я вот тут хотел бы отметить, что g4 не так уж хорошо, он пойдет h4. Да, чисто повезло. Чисто повезло. Хотя компьютер это нормально оценивает. Вместо этого мы пока наращивали давление. Атаковали коня, продолжали двигать пешку прямо. И вот здесь снова g4, он пойдет h4. Ну и непонятно, как атаковать. Может, слон e7, конь d5 тоже можно. Я обычно в таких ситуациях играю h4. Это либо дает мне 100% продвижение пешки дальше, либо заставляет его играть f3, и поле g3 становится слабым. Мы повели сюда коня. И что, наверное... А давайте посмотрим отчет, был ли там блестящий ход. А то давно мы не смотрели блестящие. С чего? Конь g3 ошибка. Солнце 5 ошибка. Но не-не, это всего лишь минус единица теряется, это нормально. Конь e4 зевок, конь e2 замечательный ход. Да, вот тут прикольная разгрузка, да, друзья, получилось. У белых слишком много атакованных фигур, и выяснилось, что конь c3, ферзем c1 перегруженные. И важно было просто начать с хода конь e2, ладья d1. Да, и вот здесь... Не опасное проникновение ферзя. Слон d5, блестящий ход. Но почему я тогда партию не выиграл? Потому что здесь надо было все правильно. А это вопрос уже к чату. Внимание, чат. Мастер и стример здесь сыграл конь e5. Ход теряет примерно 33 единицы победы. Какой ход надо было сделать, чтобы выиграть эту партию?
Ничего засчитала, потому что у меня время закончилось. А посмотрим, кто у нас тут угадает, как правильно надо было пойти. Конь Е1, не все так просто. Он дает нам шах. Он дает нам шах. А затем вы не можете пойти F8. У вас дают шах с D6 либо D8. Затем забирает, и вы не даете мат, потому что ферзь здесь защищает. Вот, вы можете пробовать другую сторону идти, но там то же самое будет. Он будет цепляться к этому слону, и вот везет сопернику в этой позиции. Правильный ответ это либо это ферзь e5, правильный ответ. Это позволяет подержать пешку c7 и пешку h2. Такие вещи нужно уметь считать. У нас было 13 секунд, считать времени не было. Ферзь e5 держит c7, угрожает матом в один ход. Поэтому белый должен забрать. Мы даем шах, даем шах, даем шах и даем мат. Вот такая вот канитель. Но в партии я этого не заметил. Я начал играть быстро, и где-то вот здесь у меня еще в наглую выиграли ферзя, а потом уже пошло флагоробство, и дальше неинтересно. Ну что, давайте еще одну. Может быть, белыми сыграем? Отлично, белым фигурам против нас Германия. 2083 играет конь f6, давайте конь c3. Либо d5, либо идти в индийские структуры. Нет, d6 пошел, хорошо, e4, занимаем центр. Играет конем на d7, и это... что это такое? Это защита Филидора сейчас возникнет. Вот. Тут слон g5, нету смысла играть. На что я играю конь f3? Играет e5. Друзья, этот тип позиций на любительском уровне встречается примерно в полпроценте партии. Вот. Соответственно, здесь можно ограничиться базовыми вещами по типу просто развить фигуры, рокироваться. Вот. Но я на всякий случай покажу вам, как я играю против этой защиты. Конечно, я прихожу в шахматы играть не для того, чтобы возиться 60-70 ходов и в эндшпиле доказывать там под усталость, что я где-то чуть лучше понял позицию. Я пришел играть в шахматы. Я буду играть гамбит Широва против защиты, современной защиты Филидора. Я хочу играть агрессивно, хочу двигать пешку прямо, атаковать этого коня, когда он будет забирать конем мою пешку. Вот. Видите, партия это не случилось. Ладья будет захватывать вертикаль G, и у меня будет опять-таки динамичная, интересная позиция. В ответ на ход H6 пешка двигается дальше. На взятие уже будем забирать слоном, и получается, что наш слон получает хорошую позицию на диагонали H4, D8, будет мешать черным, и при этом крайняя пешка на H7 уже не может нас атаковать. Гамбит от дебюта отличается тем, что гамбит означает, что вы играете дебют, где жертвуете одну или несколько пешек. Вот и все отличие. Тем временем соперник играет в духе чешской защиты, ставит пешку на c6, открывает диагональ для ферзя, где мы можем сыграть ферзем на d2, а будем рокироваться в длинную сторону. Хотя, по-моему, в одном из скоростных забегов у нас было уже что-то похожее. Один раз, второй раз я вижу в этих стримах эту защиту. Хотя я сам иногда так играю черными, на всякий случай. Вот. Согласны ли вы, что позиция белых здесь намного активная, намного активнее? Ощущаете ли вы, что белые оказывают давление на черных фигуры? И есть у вас реальное понимание того, что у белых есть вот это самое пространство из пешек, слоны у нас открыты, что мы здесь играем на победу. Есть ли у вас такая чуйка? Вот у бегемотичека есть ощущение. Ферзь пошел на А5. Ферзь фигура опасная. Надо всегда следить. Ага, диагональ 1, диагональ 2.
Сюда 3. Но вроде бы слон g5 защищенный. Даже если он заберет пешку d4, мы можем так и ферзем, так и конем забирать, и все будет защищено. Поэтому рокируемся в длинную сторону. Вы, возможно, можете возразить, что мы рокируемся туда, куда пошел ферзь. Да, а что делать? Что делать? Соперник играет b5. b5. Начинается агрессия. В сторону моего короля. b4 на повестке дня становится. Угу. И спасибо за поддержку. Шамиль, есть ли у вас рекомендации, как перестать зевать на рейтинге 912.00? 912.00. Первая рекомендация. Увеличьте контроль времени 15 плюс 10. Задавайте всегда каждый раз вопрос, что хочет соперник, и доводите это до автоматизма. Решайте базовую тактику на распознавание шаблонов. Это тактические штурмы на личесе или ческоме, то есть вот. И чтобы не зевать элементарные вилки, связки, двойные шайки и так далее. Вот. И анализируйте каждый раз свой зевок, выписывайте, из-за чего вы зеваете. Вы зеваете из-за того, что сами подставили или вы не заметили угрозы соперника. Это надо все как бы записывать, прорабатывать, но тут поддержка тренера нужна будет, вам нужна будет эта помощь, либо как-то сами это все жестко контролируете. b5. Хочет играть b4. Помешать можно a3, но он сам пойдет. Он сам пойдет. Тут какая-то, знаете, еще батарея появляется, типа d-e, d-e. Она открывается, но я не вижу реализации этого всего. Да, не надо, еще не менее важно, что после b4 у меня будет висеть эта пешка. Сложная позиция. А кто говорил, что легко будет? А кто же говорил? Как будто бы надо играть a3 все равно. Я пытаюсь как-то взять эту позицию расчетом ходов, хотя обычно на стримах я этого не делаю. Мне все не нравится. Может быть, рокировка была неточностью. Так, дайте мне погрузиться в свой внутренний шахматный мир. С закрытыми глазами вам любой профессионал скажет, что удобнее анализировать. Так, если я бью, 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 он бьет, я бью. Спасибо за поддержку. Чуть без меня не уехали. Добрый вечер. Это я не знаю, что это, я не вижу, но мне кажется, что это карамба. Я принимаю за поездку, но потом проверю. Так, у нас тут критический момент. Взяли, прыгнул, съел. Что-то как-то везде тухленько получается. Ничего не придумал я. А надо уже какой-то ход делать. Ну, давайте попробуем пока что король b1. Да, стоп, король b1 нельзя. Попробуем, да, пока что так. Да, судя по всему, я угадал.
Угадал. Так, сейчас мы пойдем. Очень грязно, друзья мои. Сейчас мы пойдем конь b5. Я высчитал невероятно крутую комбинацию. Да, Карамба, здравствуйте. Спасибо за проезд. Чуть не уехали. Так, теперь надо забрать эту пешку. Интересно, сработает ли вариант, который я сейчас посчитал? Ого! Какой приятный сюрприз. Нет, этот ход партию проигрывает. Конь b5. Этот ход партию проигрывает, потому что слон b5 шах! Слон b5 шах, король ферзь берет, мат на d8. Практически оперный мат в стиле Пола Морфи играем. Поэтому ему останется играть король e7 или вот так. О, давайте ферзя жертвы. А-та-та-та-та-та-та. Мат практически Бадена. Сейчас мы маток поставим. Классно, классно, классно. Все, отлично, отлично. Вот вам яркая, крутая, сочная, мощная, потрясающая партия в стиле старых мастеров. Мат двумя слонами. Что, чатик, как вам такая партийка? Нормально мы бахаем, а в шахматы нормально бахаем. Вот там Пол Морфи, 996 зрителей. Но это еще, как говорится, цветочки. Цветочки по сравнению с тем, что было просчитано. Хотите, я вам покажу, что я считал? Да что, доктор, с кайфом, да, с кайфом? Отлично. Так, сейчас я вам покажу, что на самом деле было просчитано. За вот эти 5 минут. Готовы? Готовы. Первое. Задача такая. Тут у черных есть промежуточный ход. Промежуточный ход — это взятие конем пешки e4, друзья. Как вы думаете, что в этом случае планировалось сделать в ответ на этот ход? На конь e4. Контратака, ферзя и слона. Я буквально на секундочку, хорошо? Да, здесь практически мат в один ход, конь c7, друзья. Чтобы такие вещи видеть, вам просто нужно проходить курс по матовым конструкциям на сайте arslanovchess.com. И будете такие видеть ровно такой же скоростью, как и я. Кто защищает это поле? Ферзь. Значит, можно и ферзя пожертвовать, и на взятие поставить мат в один ход. Вот так вот круто, здорово, потрясающе и классно. Вот, но черные не обязаны есть, они могут сыграть ферзем на b6, и позиция становится реально сложной. Вот, можем забрать e5, забирает, этого я не считал, и все здорово. Шамиль, ты крутой, похож на Майкла Корлеоне. Бизнесмены ждут обновления курса. Обновим на недельку, первую главу обещаю на этой недельке. Вот, самую главную, кстати, между прочим, как ни странно. Вот первые две главы самые потрясающие. Выпустим, бизнесмены ждут, хорошо. И поиграем бизнесменовский дебют. Спасибо, Артур. Так, что еще было посчитано? Что еще было посчитано? Это то, что...
Вот если просто, видите, отойти назад, то черный просто забирает пешку. У нас нет ресурса жертвы ферзя, поэтому конь бросается в атаку. Он забирает. Мы берем e5. Здесь брать на e4 не так хорошо, потому что ферзь d5 это двойной удар, то есть вилка. Когда он берет... Да, он должен был брать пешкой. И как вы думаете, но вы уже видели рисунок партии, что планировалось сделать в этом случае? Я не знаю защиту Сатиева. Вот вам вопрос. Что делать в этом случае? Потом бриллианты посмотрим. Да, мы также хотим... Также хотим открыть вертикаль для ферзя, и поэтому сыграем. Конь бьет e5, совершенно верно. И на взятие в ответ слон бьет b5 шах планировалось сделать. Слон бьет слон b5 шах. Опять брать нельзя ферзем из-за мата на d8. Но оказывается, мастер у себя в уме немножко просчитался. Тут был ход слон d7. Поэтому по компьютерному мнению, видите, слон защищен дважды. Надо сначала сыграть слон f6. И после gf уже сыграть слон бьет b5 шах. Теперь уже слон на d7 идти не может, у нас здесь больше ударов. Поэтому король должен будет пойти куда-то на e7 и будет мат в один ход. Вот такие были анализы. Все, что удалось посчитать за эти 3-4 минуты. Но соперник поменял коней, и здесь становится все слишком просто. Но компьютер находит еще удивительный ресурс слон e6. Промежуточное развитие с нападением на пешку А2. Шахом король идет мат в один ход. Вот, и тут он предлагает играть А4. Безумие какое-то. Ладно, отложим безумие на потом. После взятия здесь уже сфорсированный мат. Этот мат мы видели. А партии сыграл соперник слон d7. На что можно взять слоном? Конем, ферзем, мат. Но мы решили сыграть наоборот. Ферзь d7, конь d7, слон d7 это мат. Так, давайте посмотрим, был ли здесь у нас блестящий ход. А точность 94,9. Раз. И два. Ну, ферзем я еще не так, конечно, доволен. Ферзем понятно. Ферзем понятно, да. Там. Жертва ферзя, почему бы и нет. Ладушки, а ладушки, едем в следующую партию. Следующую партию. Два бриллианта выхода. Это смех на донат. Ну, попробуем. Попробуем. Белыми фигурами 2169 против нас Сирия. D4 играем против Сирии. Конь F6. У нас, видите, где-то от 2000 почти все начали играть конем F6. После конь C3 у них остается выбор. Либо идти фианкету, либо, да, идет опять фианкету. Это значит, мы еще раз с вами попрактикуем варианты Бирна против защиты Пирса Уфимцева. Слон g5. Начинаем атаковать коня f6. Слон g7 и e5. У нас сегодня уже была такая партия. Я не помню, первая по счету. Забирает, забирает. Что-то мне подсказывает, что черные сейчас попадут в трудное положение. А нет, конь g4, ход такой существует. И этот ход хороший, но по-человечески смотрится очень странно. Потому что дает нам возможность испортить черным право на рокировку. И мы забираем d8. Король d8. А почему французская и чешская? Потому что чешская, она намного меньше. Она намного меньше по объему информации. Французская — это большой дебют. Это большой. Так. Что делать дальше? Дальше, друзья мои, я ничего здесь не помню. Со мной так ходили один раз, и я поленился анализировать, поэтому я, по сути, здесь сам по себе и буду размышлять вслух и пытаться как-то пробивать эту позицию. Как будто бы надо сделать длинную рокировку, но есть ощущение, что это будет упущение, так как у нас будет зависать пешка на f2.
Так, а как здесь лучше всего действовать? Надо подумать. Подумать, а есть ли у нас какой-нибудь 3 нуля? Ну, в принципе, там есть одна мысль. Давайте попробуем 3 нуля шаг дадим. А знаете ли вы, что такое тормозящая жертва в шахматной партии? Может быть, я Е6 просто задвину сейчас? Может быть, просто Е6 задвину? А стоп, я солнце трезив. Ой-ой-ой. Солнце трезивнул. Он не заметил, слава богу. Вот, хорошо. Теперь это пешка F2. Мы защитим ходом конь E4. Конь E4. Поддержим пешку F2. Король у черных не рокирован, пешки сдвоенные, значит слабые. Где-то потенциально угрожает прыжок конем на c5 с давлением на слона и потенциальной угрозой взятия пешки e за счет того, что слоне, который якобы защищает, он связан. Нам нужно следить за пешкой f2, эту позицию мне надо будет доанализировать. Это 3, конь g4 сразу. Не, все в порядке. Там на солнце 3 тоже была одна идея. Я как будто бы это немного смотрел. Так, он набирает короля. Здорово. Что будем делать дальше? У нас сегодня очень много эндшпилей. Ну, потому что рейтинг-то уже серьезный. Наверное, надо развить коня, либо атаковать пешкой этого коня и выгнать его отсюда. Также соперник хочет играть, судя по всему, слон c6. Поэтому убирает короля. Так, здесь, наверное... Наверное... Конь f3 развились, слон c6 пошел. Конь c5 пошли, он там конь бьет f2. Конь бьет e6, конь d1. c7, король d7, конь a8. Непонятно. Непонятно. Может быть, конь h3? Может быть, конь h3, чтобы пешку защитить. Я почему-то f3 не хочу играть, я не могу объяснить вам. Я не хочу коню давать пули e5. А, погодите, h3, конь e5, f4. О, господи, что же я так тупил-то? h3, конечно. Вот странно, да? Такую многоходовую комбинацию я увидел, над ходом h3 потратил столько времени. А на коне f6 никто меняться не будет, мы пойдем конем c5. Сложные партии, чат. Сложные? Как вы считаете? Слона разовьем, будем атаковать пешку. Конь d5. Окей. Наверное, слона c4. Ну или пока коня разовьем. Не будем палиться со стратегией. Пусть выбирает ход, который он хочет делать. Если пойдет b6, то мы стукнем. И слона уже на b5 поставим. Пешку b7 не видел, я почему-то даже не хотел ее забирать. Уже не видел. Может быть, немножко усталость накопилась. У нас идет второй час стрима. И...
Концентрация немножко снижена. Почему-то пешка b7 не видел, честно признаюсь. Так, h6. Куда идти к слоном? Наверное, h4, пойдет g5, пойдем слон g3. А других позиций для слона мне пока что не нравится. Пойду h4. Да, g5, отошли g3. Будем смотреть на эту пешку c7. По всей диагонали будем работать. Хорошо. Важно отметить, что соперник ослабил белые поля, и, быть может, мы просто сейчас разовьем слона, поставим на g6. Ну, у черных проблемы с координацией. Видите, эти пешки сдвоенные, сдвоенные, ладьи разобщены, ферзевый фланг еще не развит. За пешку мы 100% компенсацию имеем. Но мне нравится, что черные держат эту позицию, и играть становится очень даже интересно. Правда, правда, сложно. Но таков рейтинг. Вот те, кто хочет добраться до 2200, присматривайтесь, смотрите. Вот так вот здесь играют. У кого лучше позиция, чат? У белых или у черных? Только не надо говорить, что у белых, потому что мастер играет. Я сейчас подойду. Вау! Ну, к такому меня жизнь не готовила. Белых, потому что мастер. Все понятно, научил на свою голову. Опачки, это странное что-то. Слон c8. Слон c8. А, наверное, он хочет пешку защитить. Ну, давайте тогда слон c4. У нас конь на c5 на вражеской территории, на линии горизонта. Поддавливает на b7, e6 слабости. Слон по диагонали... Пора уже добавить разноцветные стрелочки. Также великолепно работает. Ладья сейчас подключится на вертикали. И мы отыграем одну из пешек. Но позиция черных выглядит достаточно крепко. И, судя по всему, сейчас последует ход пешкой c6, который будет строительно-пирамидально укреплять пешку, ой, коня d5. Но или, быть может, последует какой-нибудь ход пешкой на b6 с целью атаковать нашего коня c5. Есть и такие опции. Давайте дадим сопернику возможность. Коллективный разум играет во главе с мастером. Согласен. А вы там посчитали средний рейтинг? Средний рейтинг. Так, модератор тоже в чате. Карамба подъехал. Слон e5. А, слон e5 не думаю, что интересно, потому что, да, мы разменяем чернопольного слона, но сейчас не тот тип позиции, когда мы пытаемся его поменять, потому что мы его обычно размениваем, если он слишком опасен, вот, но никто в ближайшее время на b2 не надавит, поэтому мы работаем со слабостями, играем ладью e1. Так, король пошел f7, черный изо всех сил держится, изо всех сил. И сейчас, быть может, мы пойдем конь e5. Надо поразмышлять. Может быть, конь e5. Каких-либо комбинаций я не вижу. Я не вижу, честно признаюсь. Может быть, будет поддержка. За цветные стрелочки. Спасибо, Станислав. За цветные цвет это наше все. Спасибо. Так. Что можно сделать? На слабость можно надавить два раза. Ладья e2, ладья e1. Ладья e2, ладья e1. А успеем ли мы? Наверное, следующим ходом уже будет играть b6. b6. Так, а если коня перебазировать на e5, конь d3, конь e5, он пойдет конь d7 и заблокирует эту идею. Ну, я не знаю, я сейчас хочу попробовать одну, либо конь e5, либо конь d4. Как выбрать? Не знаю я.
И можно думать на эту тему до утра. Да, наверное, конь e5 пойдем. Выиграем этого слоника. Забираем слоном, выигрываем какой-то темп. Ладью d8 поставил. Но он получается под связкой. А если подвязан, значит можно что-то придумать. Ну, например, f4. Слон e2, слон h5 тоже прикольно. Я думал об этом. Но король спрячется g8. Я не вижу продолжения атаки. f4 базируется на том, что я хочу разорвать его королевский. Он молодец, играет b6. Так. А если я заберу, заберет. Заберет. Дадим шах, он идет. И мы пробьем. Такой забавный вариант посчитал. Что-то рискую. Кто не рискует, тот не пьет, да, как говорится. Я жертвую фигуру. Меня реально вселился дух Михаила Талли. Недавно, кстати, партию уже выпустил на канале. Наверное, не просто так это все. Наверное, не просто так это все. Ох, сейчас будет интересно. Ох, сейчас будет интересно. Будет ли он забирать фигуру или забоится? Потому что, если возьмет, то я уже конем отойду на e4. Буду угрожать взять пешку шахом. Если берет здесь, мы дадим шах. На e8. Он берет, отлично. Так, даем шах. Шамиль, привет. Что делать в северном гамбите, когда получаю шах ферзем на b4, зевая слона? Ферзь стоял на b2. Ну, давайте после партии разберемся. Отвечу обязательно на вопрос. Так, король g8. Я этот ход не ожидал. Не ожидал. Ну, давайте забирать. Так, слон висит. Так, слон висит. Слон g7. Конь e3, но, подождите, также нельзя было играть по моим расчетам. По моим расчетам это плохой ход. Потому что мы берем Е6 шах. Так, сейчас надо напрячься немножко, посчитать вариантов. Сюда. Сюда. Но, как обычно, время поджимает, что я, наверное, не успею, да? Я не успею, скорее всего. Так, так. Блин, я не знаю, что мне делать. Пойду так.
Я делаю ничью, наверное. Потому что я не вижу, как мат давать. Сюда, 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 сюда. Сюда, 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 сюда. Грозомата, конь f8. Выиграли конь f6. А, стоп, у него конь b6 есть. Так. Двойной. А, у меня 6 секунд. У меня 6 секунд. Четыре миллисекунды я сделал это. Ай-яй-яй, мат линейный. Это все матовые конструкции в моей голове. Линейный мат просто. О, боже. На грани фола. На грани фола. Но мы успели. О, боже мой. О, боже. Партия была грязная, но удалось победить. С ума сойти, конечно. Как трудно играть в шахматы. Как-то я боюсь смотреть на анализе, что здесь произошло. Тум-тум-тум. Там мат был, да, говорите? Я не видел мата. Сейчас посмотрим. 3-0 компьютеру не нравится, жертва работает, конь e4 у белых уже стабильный перевес. Тут мы стояли здорово. А слон c8, видите, стабильно присоединиться. Аюшки. Шамиль, наша путеводная звезда в бескрайнем море шахмат, а мы все рождены звездами. В этом и расшифровка труднопроизносимого слова Вестардаст. Все понял. Спасибо, спасибо. Нравится мне этот звук, мне нравится сообщение, нравится, что поддерживаете чат, там уже тоже с ума сходит, да? О, спасибо, спасибо. Фух, надо успокоиться. Так, смотрим самое интересное. Друзья, партия практически по первой линии, жертвы фигуры пока непонятно. Вот тут был интересный момент, что если король отправится e8, то у нас пешка проходит при поддержке слона. Король g8. Все корректно. Слон e6. Первая линия компьютера, ладья h1. Первая линия. Но он намекает на то, что надо просто сделать какой-нибудь ход, отдать ладью, потом дать зачем-то шах, пойти ладья d1. И черные связаны, у них фигуры не ходят. Если уйти конем, то мы берем d8. Если слон уйдет, то мы заберем d7. Но это верх понимания. Я, по крайней мере, на такой не способен. Ладья f7. Удивительно, мата здесь нету, друзья. Мата нету, это с ума сойти. Мата нету. Нету. Угу.
Мата нету. Так, так. H7 это не мат. Если защитить слоном ладью, чтобы сыграть H7, черных выручает ровно один ход. Это конь F6. Именно его я считал. H7 не мат, конь забирает. Забрали слоном коня, он берет пешкой. Мата не видно, приходится делать вечный шаг. Вечный шаг, вечный шаг, вечный шаг. То есть, в принципе, правильно было решение не выигрывать, а просто пойти слон Е6. Ну, а здесь у белых уже материальный перевес. Все-таки ладья против двух легких, но конь на D1 стоит безобразно, пешка 6 сильная. Короче говоря, друзья, мата не было. Ну, а дальше дело техники. Любой опытный блицор может на примувах играть эту позицию. И она у нас, в принципе, без особых проблем как-то играется. Вот. Но тут уже мы пошли линейный мат ставить. Вот если бы он пошел король c4, это было бы несколько упорнее. Тут мат двумя пешками. Мат двумя пешками. Почему взять пешку e7? Давайте посмотрим. Взятие пешки e7. Он ходит конь f8, защищает поле h7. Да, это пад, да, это пада могло. Ну, нету мата, друзья, мата нету. Черный все время держится единственными ходами. Мата слоном. Мат слоном. Не было мата. Скрытый шаг, слон f8. Король идет на g6. А, да, кстати, вот это тоже любопытный вариант. Здесь можно было перевести эту позицию. Слон f5 не мат, он берет ладью. Вот. Можно было перевести в проведение пешки ферзи. Но оказывается, что здесь мы слишком много всего подарили. Но вот тут можно играть на победу. Да, вот тут можно. Тут можно. Окей. Окей. Вот у нас тут разряд получили. Поздравляю, Хлип. А, вопрос по северному. Да, сейчас ответим. Вопрос по северному. Северный гамбит. А, я не знаю, как именно вы зеваете ферзь b4. Если с вами играет ферзь e7 сразу, то вы играете конь c3. Конь c3, поддерживаете пешку. Если идет ферзь b4, атакует обе фигуры, вы защищаете ферзь e2. Здесь вроде никак не выигрывается. Иногда бывает так, что он играет конь f6, вы играете e5, он идет ферзь e7. Ферзь e7. Вот. Но тут также играйте ферзь e2, защитили. Перекрыли связку. На шаг ферзь b4. Тут еще сильнее ход слон c3. Так. Да, движку надо пройти матовые конструкции. Правильно. Надеюсь, это... Да, я еще не знаю, как может ферзь пойти на b4. Это единственный вариант. То есть на ферзь e7 сразу конем закрылись. Ну, можно и ферзем пойти, в принципе. Почему бы и нет? Ферзем закрылись, все защитили, все работает. Вот, конем закрылись. На ферзь b4, ферзь e2. Можно слон b3 пойти, тоже здорово работает. Вот. Ну, обычно это получается вот здесь. Они играют ферзь e7. Вот, и тут конь f3 нельзя, из-за ферзь b4 шах. И вот тут уже зевается, да. Вот и все. d5 это отдельная история. Едем дальше. Едем дальше. Так, черными фигурами против нас Черногория. Встречаем фанаты Чарлика. Фанаты Чарлика. Курс активирован. Не фанаты Чарлика. Курс активирован на сайте arslanovchess.com. Он сыграл пешка e3. И здесь я отмечал, что в принципе правильнее всего побить пешку d4. Но мы можем дать ему еще один шанс. Мы сыграем пешкой d6. И он этот шанс реализовывает. Мы разовьем коня на c6. Слон бьет d6. Так, ну в итоге полностью наш Чарлик приняли. С перестановкой ходов. Ферзь e7.
Далее ракернемся в длинную сторону. И будет ли у нас Лобби Этаж 2? Фанаты Чарлика написали и дали себе знать в чате быстро. Я играю Чарлика, и я счастлив играть Чарлика. Вот такую фразочку давайте. Я тут плюс 3-4 плюса. 4 плюса. Ферзь Е1. О, качки. Это интересно. Но пока что у нас здесь ничего особенного. Мы развиваем лошадь на F6. Потом пойдем H5. Пожертвуем слона за коня. Бахнем на H2. Пойдем конем G4. Ферзь H4. Партию выиграем. Я играю, часто проигрываю. Спасибо, Шамиль. Я все понял. Я все понял, я все поняла. Спасибо, Аванес. Так, конь c3, h5. А, да, Аванес у нас спрашивал, да, про по северному вопрос. Да, ага. Угу. Тин-тин-тин-тин. Так, играет h3. Вот когда играет h3, что вы знаете об этой позиции? Что можно пойти королем на b8? На b8. И подождать, пока он вас съест. Вот, обычно так делается, но я не верю, что 2059 будет забирать моего слона. Моего слона будет забирать и откроет вертикаль, по которой мы дадим мат. Поэтому мы здесь будем играть очень жестко и очень правильно. Мы сыграем слон bf3, уничтожаем защитника, поле e5 и пытаемся дать мат на поле h2. Увидел Чарлика, играю Чарлика. Когда начинаешь с этой игрой, все равно играй Чарлика. И в ответ на ход g3, h4. Друзья, это выбор каждого из вас. Хотите, рыбачьте. Хотите, рыбачьте. А, вот здесь. Рыбачьте король b8. Вот, я думаю, что это решение вы принимаете в зависимости от того, на каком рейтинге вы играете. Я просто не верю, что у меня бы забрали фигуру на 2059. Вот. Тем более у меня есть как бы прямой план, как я буду раскрывать позицию неприятельской рокировки. Сейчас пора уже съесть g3. И нужно быть осторожными, потому что пешка g3 сейчас защищена ферзем e1. И атаковать пока что мы там не можем. Но всегда, когда ферзь соперника не находится на d1, то зависает пешка на c2, и мы начинаем атаку этой пешки. То есть мы думаем об атаке на королевском фланге, но в духе, как говорится, очень сильных гроссмейстеров мы будем играть по всей шахматной доске. Мы коня сбросим направо, чтобы он здесь раздражал, на c2 атаковал ферзя, ладью. Ферзь со слоном батареи атакует пункт g3, ладья с h8 атакует пункт h3. И сейчас белым очень трудно будет принимать решение. Посмотрите, эту пешку c2, если будет пытаться защитить ферзь, вот любой ход по стрелочке, давайте для разнообразия, вот оранжевый поставим, любой из этих ходов зевает пешку g3, потому что ферзь смещается защита. А, только ферзь f2 защищает, но тогда мы будем жертвовать коня, отвлекать ферзя и заберем g3. Если он попробует это сделать ладьей, тогда он перекрывает защиту, и мы забираем g3. То есть, по сути, позиция уже тяжелая. Почему не конь h5? Наверное, потому что отложим на потом. Конь b4, классно. Так, соперник сыграл конь e2, он поддерживает свою пешку g3, но, судя по всему, отдает нам вот эту самую возможность заработать материальное преимущество. Сыграем конь bc2. Ферзь пошел c3, он хочет размениваться, но зачем он хочет размениваться в позиции, где он без ладьи? Это я не совсем понимаю. Какой-то полный расколбас в плане уровня игры, но давайте просто поменяемся. Сидим ладью. Какой же классный дебют вообще. Я в шоке. Я кайфую, мне нравится, здорово. Лишняя ладья с дебюта на 17 ходу. Первый 11 ходов, это считайте теория.
Вот, ну дальше расслабляться не будем. У нас тут рядовой Райан застрял. Давайте его как-нибудь спасать. То есть нам нужно получить доступ по лице 2. Для этого надо что-то сделать с конем d4. Чтобы что-то сделать с конем d4, надо играть слоном e5 или пешкой c5. Я думаю, что оба хода имеют право на существование. c5 как будто бы немного ослабляет королевский фланг. Ну давайте слон e5 пойдем. Допустим так. Так, слон b2 пошел. Конь c2 защитили. Убрали коня, то конь пешку e3. Сейчас вот эта позиция очень просто реализуется. Наверное, надеюсь так. Ладья e1 у него нету. Король f2 можно еще эту пешку слопать. Кстати, давайте слопаем эту пешечку вкусную. Забираем. Если вы вдруг переживаете за слон g4, тут стоит конь. Поэтому пока что этого хода у них нету. Вот, ладья c1. Давайте уберем лошадку. Либо можно... Что можно сделать? Можно... Дайте шах. Ладья атакует слона. Король слона защищает, и король защищает пешку. У нас сегодня комбинации на тему переката, перегрузки. И мы играем конь бьет e3, да? Все заметили? И все, соперник сдался. Так, 23 хода, друзья. Приобретайте курс по Чарлику на сайте arslanovchess.com или внимательно смотрите мои стримы, и все будет очень круто, клево. Вот смотрите, чему я здесь вас научил. У нас обычно ферзь на e1 не стоит в этих позициях, обычно... Они слона на d2 ставят, а ферзь стоит здесь. Вот при ферзе на e1, конь b4 это классное решение. Идея заключается в том, что на ферзе f2 вы все равно жертвуете лошадку и на взятие ферзем пробираетесь на g3 шахом, затем бираете ладьей шахом, на ферзе h2 берете ладьей и мумат. Что еще? Ну, в принципе, единственный ход это слон d1, но смотрится безобразно. Здесь черные могут начинать игру на королевском фланге через ход ферзь e6. А белые потихонечку разваливаются. Ход h4, встречается g5, и на взятие ферзь будет врываться, и это 100% победа. Слон d1 уже не пойдут, это запредельный уровень. Запредельный. Теперь отвечу на вопрос, что делать, если в Чарлике... играет конь c3, конь c6, конь b5. Ничего. Это хороший план, ничего с этим не поделать. Это единственный ответ. Ничего с этим не поделать. Второй совет в ответ на конь c3, если вы играете с тем, кто играет конь b5, просто пойдите ферзь e7. Вот. По моему опыту, конь b5 ходит либо гроссмейстеры, хотя гроссмейстеры со мной так не ходили, либо... Вот те, кто играли конь b5, мне через пару дней приходило сообщение о том, что человек заблокирован за читерство. Вот честное слово. Через пару дней просто приходило. Хотя, как может конь c3, конь b5 прийти в голову, я не знаю. Едем дальше. e4. e5. Протестируем. О, королевский. Королевский гамбит. Отлично. На королевский. Что у нас по задумке? По задумке будет... контр-гамбит фалькбейра с ходом пешкой на d5 и на взятие e4. Очень похоже на турецкий. Поздравляем с днем рождения Сергея Новикова. Слон идет на c4. Очень похоже на турецкий по задвижке пешки, по крайней мере. Правда, здесь мы не атакуем коня f3, но, но все равно пешка забирает два важных поля, и это здорово. Так, слон c4 вижу впервые, надо немного подумать. Наверное, мы просто разовьем коня f6. Он идет конем c3, и мне кажется, что сейчас стоит применить, знаете, такое вот решение, очень часто делается против пешки на d5. Это просто ее попытаться поменять, забрать конем. И он идет в эту линию, конь e2. Он хочет рокироваться в короткую сторону. Как мы на это ответим? Как мы можем запретить ему рокироваться? Это вопрос открытый. Вопрос открытый.
Надеюсь, все догадались, что мы пойдем в слон C5. И что он сейчас будет делать, скажите, пожалуйста? Как он будет сейчас развивать свой королевский фланг? Ну и буквально пару слов о том, что в ответ на F4, если мы будем с вами играть турецкий, мы действительно будем играть контр-гамбит Фалькбейру. Он реально вписывается в наш дебютный репертуар. Некоторые варианты похожи по стилю и по духу. И действительно здорово, что соперник так разыграл партию. Сейчас посмотрим, к чему это все приведет. Король F2, да, это потрясающий ход, конечно, будет. Есть вероятность, да, вот хода конь G3, он начинает атаковать пешку E4, которую мы с вами не обязаны защищать в целом не обязаны. Но можем, по крайней мере, подумать. Так, а если мы попробуем, можем ли мы выиграть сразу? Смотрите, слон на C4 незащищенный, пункт F2 является матовым. Я сейчас пытаюсь подумать о ферзь D4. Ферзь D4. Угроза слону. Угроза мату. То есть он должен пойти ферзь Е2. А там мы пойдем слоном G4. Он пойдет ферзем F1, чтобы не потерять слона, правильно? Но видно, что там уже все очень здорово. Давайте залезем ферзем d4. Я не думаю, что это будет серьезной ошибкой. Артем Сидоренко, не ставьте себе пределы. У вас предел только может быть, что вы не можете стать гроссмейстером. Все остальное, в принципе, вполне реально. Вот. До первого КМС каждый может дойти. Так, слон g4. Сразу слон g4 мне не нравилось. Сразу слон g4, он бы закрылся слоном e2. Так, ферзь f1. Так, а если мы сейчас вспомним про пешку c2, c2, там сыграем конем b4, что же на это последует? Так он будет защищать это поле. Только слон b3. Ну, вообще есть ощущение, что здесь как-то красиво даже партию можно выиграть. Но это будет зависеть от того, насколько идейно будет играть наш соперник. И насколько хватит у меня сил. Насколько хватит у меня сил. А силенок немного. Следующий ход соперника будет h3 в любом случае. Да, здесь надо хорошенечко подумать. Так, если пойти конем, он дает слоном. Так, разноцветные стрелочки, слоном. Мы рокировку. Он будет атаковать пешкой слона. Слона атакует пешкой. Мы можем задвинуть. Он будет забирать пешку. Каким-то чудом мат не получается. Каким-то чудом. Ну ладно, поехали. Слон b3.
чате, наверное, не могут понять, почему я думаю. Потому что это те позиции, которые полезно просчитать до ярко выраженного результата. Вот, иначе можно немножко подвыпустить это преимущество. Так, если 3 нуля, пойдет h3. Пойдем ладью e8. Пойдем просто e3, он заберет. Пойдем ладью e8, заберет мы. Конем, наверное, там. Столько идей, я аж с ума схожу. Ну, поехали. Сейчас будет решающая комбинация. Но, по идее, она должна быть. Или белые каким-то чудом смогут защитить своего короля, но я не верю, что такого короля можно защитить. Да, h3. Он играет h3. Да я не вижу мата. Есть идея e3, берет пешка и жертвует ферзя, пешка берет, шах ладьей, это не мат, король идет f2. Это не будет матом. К сожалению. Пешка e3 перекрывает слон. А как избавиться от пешки? Так, чтобы она не перекрывала слона. Это надо, чтобы куда-то пешка b2 ушла. Невозможно. Невозможно. У нас всегда есть простое практичное решение сыграть слон e6, чтобы добраться до пункта 2. Попробую еще немножко досчитать до матового финала. Ладья e8, взял e3. Или e3 сразу, наверное. e3 сразу. А там еще d3 надо считаться. d3 надо считаться. e3, d3. Ну, тогда слон e6 там пойдем. e3 взял, ладья e8. Ж... Конь g4. Конь f5. Ну что, жалко. Жалко, не видно решающей комбинации. Видимо, слон e6. Я не видел. Так, что вы там видите? Так, он делает этот ход. Так, а если мы заберем слона, он берет коня. Тогда мы дадим шах с d3. На взятие пробьем этого слона. Не нашлась. Хотя было близко. Было очень близко до мата. Не понимая, почему не нашлась. Да не, ну как бы тут ноль сомнений, мы партию выигрываем как угодно, в принципе. Это просто вот так даже можно пойти. Идея в том, что если мы сразу ладью включим, он пойдет пешкой на e5, теперь уже пешка у него не ходит. Пошли ладьей. Ферзевый фланг полностью заблокирован.
Если надо, пойдем F5, отыграем легкую фигуру. А если пойдет ферзем B5, мы дадим мат в один ход. Так, пешкой пошел. Ну что, давайте F5. А, мата нету. Нету, да, нету. Ну ладно. Снова матик промерещился. После партии разберем все, что вы там пишете, но, возможно, вы что-то видели. Что-то видели. Так, забрал пешкой. D4. Так, у нас тут мало времени, да, неожиданно? Неожиданно мало времени. Так, а что делать дальше-то? Судья съедает. А, конь D6 шах. Конь D6 это шах. Это шах. А он не видит. Он не видит. Он не видит. Он не видит. Партия грязная. Грязная партия. Так, 14 секунд. Каким-то образом он успел рокироваться. Каким-то образом. Ах, 13 секунд. Че пешку не съел? Пытаюсь выиграть за 10 секунд без регистрации и смс. Так. Пешку атакую. Он защитить не может. Так. Все, все подняли щиты, затаили дыхание. Так. Черт. Черт. Этого не должно было случиться. Да ладно! Да как это? О, боже мой. Да ну, блин, это ческом.
Как-то мат мне не засчитал в один ход. Мат в один ход мне не засчитал. И это даже не да, это пад. Это даже не да, это пад. С ума сойти. Где-то я один лишний ход сделал, из-за этого мат не смог поставить. Ё-моё. Ё-моё. Или один ход до мата остался. Время вышло, не успели мат поставить. Так, давайте посмотрим, был ли там красивый мат в той партии. Ферзь d4, ход сильнейший. То в чате предлагал слон g4, слон e2, ферзь d4, тут у белых ладья f1 будет защищать это поле. Да. Поэтому эта идея не работала. Слон g4. Удивительно, но белые живут. Друзья, белые живут. Это была неправильная оценка позиции. Белые живут. И тут кто-то хотел еще вот так пойти. И я хотел очень сильно. Это почти мат, но поле f2 доступно. Слон не достает. Это уже второй раз. Второй раз, когда мы не успели мат поставить. Поэтому вернулись. Конь d3 ход сильнейший. Конь d4. Давайте посмотрим на бриллианты. Ну, я чувствую, что мне немножко мозгов не хватило. И один блестящий ход у нас есть. А больше, наверное, не было. Да, больше не было. А ключевая ошибка. Ключевая ошибка это ладья e4 хорошо, ладья e8 неправильно. Знаете, оценка градус в пользу черных. После этого... Уиу! А как надо было пойти? Как надо было пойти, у меня не хватает мозгов. А, слон c4, атаковать ферзя. Если ферзь уйдет. И теперь ладья e8, чтобы не было рокировки. Чтобы не было рокировки, слон c4 надо было пойти. Знаете, проблема этого хода в том, что белые... Да, кстати, слон e3 он простил. Второе прощение это ход конь d6. Шах. Я изначально думал, что я пойду король c7, и если он возьмет ферзем, то я дам мат. Это мат. Но он возьмет конем шахом. Или я думал, что я пойду король b8, но здесь он возьмет ферзем шахом. Потом как-нибудь от мата защититься. Короче. Но там дальше уже на секундах играли, и ческом не дал мат поставить. Ну, едем дальше. Вы писали, а я думал. Поехали, давайте обыграем шахматиста из Индии. d4, d5, гамбит Блэкмора, Димора. Тестируем курс по Блэкмору. Даем сопернику возможность забрать нашу пешку. Не забывайте проводить промокод STREAM20 маленькими буквами. 20% дает скидку вам на приобретение курса. Поехали. Какие каталоны? Каталон это вообще дурачье какое-то. Так, хочешь общаться? Алло. Алло. Беги, беги. Так. Забирает, отлично, конь c3. Посмотрим, какой вариант последует коням f6, слоном f5, что же он разыграет. Или маше пойдет в Лембергера. Конь f6, f3. Но видите, уже темп игры не такой шустрый, как у предыдущего соперника. Этот как-то играет, уже вдумывается в каждый ход. Сразу видно индийская школа шахмат. Да. Прошлый был полевик, а этот прям вообще сидит, думает. Он пишет, что он не может поверить, что он играет против международного мастера. Я ему напишу, что you also... Не буду писать, что он на стриме, а то будет плохо играть. Да, варианты с ходом e6. Давайте играть слон d3. Он пойдет слоном b4 или слона d6 вообще поставил. На самом деле очень редко сюда ставит слона, по моему опыту. И надеюсь, что все знают. И курсоводы,
и просто наши зрители и спонсоры, что мы ведем ферзя через Е1 на H4 и, по сути, выносим черных в одну калитку. А я думаю, что уже позиция черных незащитима. Просто мое мнение. Вот конь идет на c6. Тут единственное, надо следить за прыжком конем на b4 в некоторых вариантах. Так, если я пойду ферзем, будет конь b4. Ну, тогда пойду a3. Вот, пойду a3, чтобы до слона не доставал. Он играет h6. А, у нас что-то похожее уже было, если я правильно помню. Давайте ферзь h4 мы ставим. Хотим пожертвовать слона. Что это нам дает, пока никто не знает. Эйви здесь просто. Ну вот смотрим. Наверное, это будет конь h7. Есть ощущение, потому что если сейчас черные этого не сделают, там прилетит жертва слона, там подтянется ферзь, там подтянется конь, откроется вертикаль, и черным совсем плохо. Да, конь h7. Но мы, наверное, ферзя на h5 поставим. А, правда, может вернуться обратно, да? Такая есть проблема. Да, он играет конь h7. Какой умный молодой человек. И, видимо, будет играть f5. Есть ли у нас какие-нибудь приколы? Съел. Все видят шах конем. Тот идет обратно. Так, съел. Слон g5. f6. Так, если мы пойдем ферзь h3, он пойдет e5. Да, интересно. И знаете, обычно в этих позициях слон стоит e7. И ферзем можно пойти g3. А теперь поле g3 занято. Да, g4 ходить не хочется. Будет e5. Открытое нападение слона c8. Я затрудняюсь ответить, какой ход мы должны сейчас сделать. Поэтому пока что приму соломоново решение, поставлю ферзя на f2, я ничего другого пока что не вижу. Вот эту позицию добавить в курс по Блэкмору. Да, добавим. В этом же и весь смысл. Играть, наигрывать, трудные линии публиковать, чтобы вы знали, как играть. Да, вот многие отмечают про взятие слоном h7, где король заберет конь g5, но это как будто бы шах ради шаха. Там король просто отступает. Вот я думаю, что надо подтянуть свои фигуры. Судя по всему, наверное, как-то слоном d2, ладью e1 пойти. Слоном d2, ладью e1. И потом уже атаковать всеми оставшимися фигурами. У черных не хуже. Я вам скажу, что у черных с дебюта не хуже. С дебюта не хуже. Слон d7, да, боится. Да, ну а что делать? Если бы я сразу пошел ферзь h4, то там был ход конем b4. Он переводит коня на королевский. Но это нормально. Мы играем против опытных игроков. Халявы не должно быть. То есть он подготовился к атаке, он молодец. Мы будем играть полноценные шахматы, то есть нам не дают быстро поставить мат сопернику, мы будем подтягивать свои фигуры. Компенсация по вертикали F точно такая же. Сейчас мы подтянем коня, там, подтянем, может быть, снова ферзя.
Черные слишком пассивно стоят. Так, слон пошел c6. Ну, вот теперь будем маневрировать, пойдем конем e4. Да, я думаю, будет интересно. Конь пошел d5. Но есть ощущение, что этот ход не точный, потому что этого коня можно выгнать ходом c4. c4. А, он хочет на f4. Вот что он задумал. Тогда, может быть, стоит пойти пока конем на e5, чтобы вертикаль f открыть. Это интересно. Или забрать слона чернопольного. Забрать слона чернопольного, потом сыграть c4. Но тогда он, наверное, побьет пешкой и получит доступ к этому полю, чего я не хочу. Поэтому поставлю коня на e5. Я немножечко подустал. Поэтому комментарии будут не такие роскошные. Вот сейчас отойду на минуточку. Я думаю, что все в порядке, все здорово. Так, он решил забрать. Я беру пешкой. Хочу пиццы. Я бы, честно говоря, я тоже проголодался немножко. Я бы покушал. Теперь мы полностью контролируем черные поля. Давление по вертикали по-прежнему присутствует. Черным не так уж просто принимать решение. Точно так же, как и было пару ходов назад, наши слоны нацелены на королевский фланг. И может быть, в отсутствии чернопольного слона мы вернемся к плану атаки. Но пока что соперник тут же спрашивает документ у нашего коня e4. И нужно понять, стоит ли нам брать на проходе, или мы хотим играть конем c5, атаковать пешку e6. Я думаю, что если мы позволим ему закрыть диагональ слону, то шансов на атаку будет мало. Поэтому мы пешку на проходе забираем. Надо будет ему про стрим написать. Ну, может быть, да. Может быть. Забирает, естественно, этим конем. И сейчас мы, наверное, должны как-то поторговаться. Взятие на f6 мне вообще не нравится. Это только помогает ладью ему включить в игру. Но может быть конь c5 сейчас. И нападение на пешку e6. И нападение на пешку e6. А как он эту пешку будет защищать? На нее два удара. Это слона, скорее всего, возвращает, чисто теоретически. Либо он бросится в огонь атаки, конь g4, открытый двойной удар на ферзя, который мы с легкостью можем... Нет, он просто играет слон d7. Он играет слон d7. Здесь снова есть выбор. Пешку b7 брать не хочу. А пешку e6, может быть, и хочу. Наверное, хочу пешку e6. Еще можно попробовать ладьей забрать. Он слоном, мы конем вилку даем. Еще не исключено, что есть какие-то жертвы вот такие. Ну, давайте сыграем проще.
Где забрали. У нас два слона при открытой позиции. Все фигуры занимают максимально агрессивные. Тоже позиции. Ферзь пошел d7. Я планировал сыграть ферзь f5. Занимаем позицию. И где-то может быть ферзь h7. Может быть где-нибудь ферзь h7 нам повезет. Ладья e8. Так. А черные каким-то чудом выходят сухими из воды. Представляете? Чудесно. Да, я рассчитывал на ход ладей f6, но у него есть конь-дублер. У него есть конь-дублер. Если ладья Е1 попробовать, он поменяется, потом вторую ладью выдвинет. Какое решение принять? Какое решение принять? Ай-яй-яй-яй. Да, наверное. Поменяемся здесь. Да не успеваем. Не успеваем сыграть. Ферзь же 6 пойдем. Есть угроза взять h6, но он сейчас, скорее всего, убирает своего ферзя f7. Что планировалось пойти ферзем обратно пока что. Ну, белый никак не рискует проиграть, но и выиграть пока что непросто. Быть может, надо прогнать этого дублера отсюда и перестроить слона на эту диагональ. Возможно, так. По-другому, либо надо вести партию в эндшпиль или там пытаться как-то выиграть. Ну вот, все запросы. Все запросы. Я не две проиграл. По-моему, там ничьи у нас были. Мы сегодня проиграли. Не проиграли. Ферзь же три. Вот. Такой, знаете, ход назад очень часто позволит вам иногда на ровном месте что-нибудь выиграть, потому что соперник думает, что вы просто отступили, но у вас еще есть угроза, может быть, прозевает. У нас две угрозы, кстати. Слон бьет h6 и слон g6. Две угрозы. Конь h5. Конь h5. Если брать, он берет моего ферзя. Я не могу брать коня, потому что теряется ладья. Но я могу отойти с нападением на коня. И у него две фигуры зависают. Он берет коня с нападением на ладью, чтобы в дураках не оставаться. Мы ладьей заберем пешку. И главное следить за тем, чтобы, как было в той партии, мы не остались, какой-нибудь мат не получили. Ну, поехали.
Так, ладья d7. Правильно, нет ли каких-то других идей? Ладья d7. Опачки, но он прозевал, к сожалению, прозевал. Мы забираем слоном. Он берет ладью, и мы берем, да, он, к сожалению, прозевал. Я ему напишу, что you played well. You played well. You played well. I will search you on internet. Но о нем знает весь интернет. Друзья, партия была сложная. Партия была сложная. Индийский оппонент защищался очень здорово. Да, вот тут нас немножко напрягли ходом конем с h6. И видите, если мы пойдем ферзь h4 сразу, то мы не успеем пойти слон g5 и за конь b4. И слона отсюда выдергивают. Поэтому мы сыграли a3. Но это позволило черному успеть сделать вот этот ход h6 и успеть пойти конь h7. После чего мы приняли решение немножко отступить назад. Вот. Как бы черные тоже не супер талантливые выходы сделали, а наш ферзь все-таки усилил свою позицию. И мы развивали свои фигуры, развивали и готовились уже играть всеми фигурами в этой партии. Да. Мы подтянули коня. Вот, опять-таки, о мате сильно я уже не думал, да, конь d5, и вот здесь уже конь e5 очень просится, когда все фигуры уже мы включили. После размена мы получаем контроль над черными полями. Вот, опять-таки, конкретных идей, как давать мат, я пока что не рассматривал. Может быть, мы бы переводили коня через g3 на h5, или как-нибудь ферзя на g3 бы поставили. Он сыграл f5, что выглядит разумно, взял, но, как ни странно, он взял не тем конем, вот здесь. Конь c5, слон d7. Вот тут надо было сначала пешкой прогнать коня. Этот размен не такой хороший. Ну, у белых получше. Ферзь g6 ставит практическую проблему. Слон бьет h6. Отошли назад. Но у него время уже поджимало. Тут у нас две угрозы. Слон h6 и слон g6. Он пошел конь h5 и немножко просчитался. Вот, слава богу, матов здесь нету, слона d2 работает. Конь e2 шах, он прозевал то, что ладья слона атакует, но я успеваю первый съесть, и ладья будет поддерживать слона. Вот, лучшим решением было сыграть конь f6, контратаковать ладью. Вот, мы заберем пешку, но у белых два слона. Вот это вот, знаете, когда спрашивают, что такое два слона, вот тут эта сила. Вот тут эта сила, когда пешек нету в центре, и вы контролируете практически всю шахматную доску по вот этим диагоналям. Вот этим всем диагоналям, и все здорово работает. Вот, ну там надо было так пойти, мы бы так пошли. Вот потихонечку бы выигрывали с лишней пешкой. Что там, если забрать коня? Давайте посмотрим то, что вы хотели. Если забрать коня шахом, вы теряете такого мощного белопольного слона. На взятие королем вы даете еще один шах. Он отошел королем. Что дальше? Что дальше? Непонятно, что дальше. Атаки нету. Если пойти конь g5, вы рассчитываете на взятие пешкой дать мат. Понимаю, признаю, ценю, уважаю. Но он возьмет конем. И на взятие слоном тоже пешкой брать не будет, заберет ферзем. Лайк сходу влепил. Правильно сделали, правильно сделали. Итак, давайте сыграем заключительную, последнюю партию. Надеюсь, получится очень красиво. У нас сегодня было много ярких, классных партий. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Польша, конь f3. Нет, конь f3 мы играть не будем.
Кони в 3 мы играть не будем. Там рейтинг такой был, что я уже просто испугался. О, вот это вот наш клиент. Это Босния и Герцеговина. D4, E6, E4. Соперник пошел B6. Так, это у нас что получается? Это защита Оуэна. Защита Оуэна, на которую можно играть по-всякому. Я хочу попробовать сыграть что-то очень творческое и интересное в этот раз. И мы пойдем... H4. А, он даже не защиту Оуэна играет. Я думаю, он хотя бы пойдет слоном на B4. Странная партия будет, друзья. Странная партия будет. Ладно, задвинем пешку дальше. Видимо, секрет этой схемы расскажу в следующий раз. Вот, теперь черные будут 10 тысяч раз думать перед тем, как рокироваться в короткую сторону, а мы с вами аккуратно подготовим длинную рокировку. Естественно, на e4 пока что не зеваем. Так, слон пойдет, наверное, e3. И сейчас поставим мат Свистунова, да? Так это называется, мат Свистунова. Где эти люди, которые кричат про мат Свистунова? Тарам-там-там. Все защищено. У нас центр, пространство на королевском. Пытается немножко получить своей территории. Мы рокируемся в левую. И сейчас последует битва. Следует битва. А подождите, тут c4 какой-то странный ход. Нет, он берет. А мы заберем, наверное, конем. И получилась какая-то супер крутая сицилианская защита, где мы выиграли кучу темпов, успели пешку продвинуть. И черным сейчас будет непросто. У них стратегически тяжелейшая позиция. Слон на b7, да, он стоит прикольно. Но чтобы вы полностью прочувствовали все то, что я сейчас говорю, вы просто должны поиграть пару основных сицилианских вариантов. И вы тогда поймете, что здесь у черных уже практически труба, как говорится. Итак, слон до b5 шах мы дали, он конем закрылся. И сейчас надо понять, что мы будем делать с защитой этой пешки, которую в целом защищать не обязательно. Абсолютно не обязательно защищать. Но надо понимать, как эту партию продолжать. Так, поле g6 полуслабое. Полуслабое. Где-то может быть возникнуть мотивы жертвы и коня и прилетит ферзем сюда. Ну, я думаю, либо вторгаться конь c6, либо пока просто пойти f4, он заберет, мы заберем, он заберет. Заберет слоном, надо разноцветными, f5. Ну, там все пробивает. Не знаю. Не знаю, я уставший, поэтому буду рисковать. Мат Свистунова — это вот эта постановка ферзя слона, рокировка, жертвуется слон, а потом как-то что-то получается. Так, f5. Поехали. В огонь атаки. Играем в стиле Михаила Таля. Да, всех приветствую. Это у нас заключительная партия. Хотя, может быть, будет еще одна. Чарлик сработал на 100%, в принципе. Забирает пешкой. И сейчас будем думать. Я, честно говоря, хотел, знаете, что сделать? Я хотел еще вот так сделать. У нас фестиваль. Фестиваль. Жертвуем все подряд. Вот все отдаем, все, что можно. Вот он с радостью все принимает. Он с радостью все принимает. Но мы это заберем. Он рокируется. Так, ну сейчас мы узнаем, насколько это было политкорректно все это делать. Начинаем набрасывать идеи. Есть жертва слона, но надо быть осторожными, потому что прилетит слон g5, шах, и мы прозеваем. А теперь есть ход конь c6. И он ферзем может играть только e8, иначе теряет слона. Угу.
Сейчас, подождите, я посчитаю все на 10 тысяч ходов. Сюда, сюда. Съел. Сюда, сюда. Съел. Съел. Я съел. Не, мата не нашел. Ну, поехали. Конь c6. g5. Пам-парам-пам-пам-пам-пам. Посмотрим на мои точные расчеты архитектора по строительству здание под названием «Матовые конструкции» на сайте arslanovchess.com. Сейчас попробуем. Получится, не получится. Получится круто. Ну, по идее, черные должны забирать, иначе мы сами возьмем. Тут есть две событийные ветки. Первая, черные играют так, как нам выгодно. Видимо, они играют так, как нам выгодно. Сейчас на слона слишком много ударов, поэтому идейно он должен забирать. Мы возьмем ферзем, и возникает пауза, которую черный попробует как-то извлечь в своей выгоде. Как-то извлечь в своей выгоде. Но либо, да, это происходит. Сейчас мы захотим подключить коня на e7, и что-то может напоминать нам матовую конструкцию, которая называется «Мат Анастасии». У нас есть крутой шортс, кстати, на YouTube-канале на эту тему. Вот. Но надо будет как-то добиться скрытия вертикали h. Вот. Сейчас черные думают на тему хода ферзь e4. Именно этот вариант я считал в первую очередь. Но как будто бы этот ход моментально проигрывает из-за хода ладьей g1. Вот как бы вот такие расчеты проводились. Или еще можно дать какой-то шаг. Король уйдет, слон c6, пойти нападать на все. Так тоже можно. Но он там пойдет ферзем g4. И ничего нету. Но, видимо, ладья g1 просто победа. Без приключений. Без веселья, потому что защиты от мата нету. Ферзь e5, ферзь d4. На красоту, видимо, поиграть не получится. Конь e7, мат Анастасии не дается. Значит, просто ладья g1. Правильно? Единственный, кто может защитить эту пешку. Ну, может, да, пешкой вот так пойти.
Вот конь c6 все-таки встал круто. Атакуем e5, атакуем d4. Да, играй g6. Можно забрать. Наверное, забрать самое простое, что здесь можно придумать. Что у нас еще имеется? У нас имеется шах конь e7, король g7. h6, он король h8. Не все так просто. Конь e7, король g7, еще конь bf5 можно. Ферзем брать не может, мы берем ферзем, связка, да? Еще что еще? Ну, в общем, ладно, масса ходов выигрывающих, видимо, так, сыграем. Еще можно слоном коня съесть. Ша. Если вдруг идет на h, то мы ставим ферзя шахом, он на g, и мы идем на g7 мат. А поэтому он только, если хочет сопротивляться, то надо ему играть примерно на g8 идти. Тогда забрали, наверное. Идет f6. Эти счет вариантов, и все время сомневаешься, правильно ли ход делаешь, потому что не все так уж просто. Так, заберем. Шахи. Самое главное, что контратаки у него не видно. Все остальное можно пережить. Фух. Как вы думаете, все эти жертвы пешек, ладьи, качество, это все было корректно? А, наверное, правильный ответ против человека, да. Против человека, да. Я тоже так думаю. 50 на 50. Так, конь e5. Так, что он хочет? Он хочет, чтобы мы ему поставили какой-нибудь двойной шаг. И какой-нибудь мат ферзем с e7, да? Фух, выиграли. Давайте посмотрим отчет. Он уже показывает две ошибки. Две ошибки, это серьезно. Точность 84. Бриллиантовых ходов не было. Вот тут он говорит, что у белых позиция лучше. f4 ему просто не нравится. На морально-волевых. Да. f5. Не сильнейший ход, но и не слабый. g4. Ну да, компьютер это порицает. Но конь c6 здорово, и g5 здорово. Тут, знаете, были... Да, ферзь c4, смотрите. Если вы играете те позиции, где вы немножко разбазарили свой материал, но при таком активном ходе, как ферзь c4, градусник уже в вашу пользу, то, конечно, вы можете так все жертвовать. Так, модераторы, тут у нас тут уже балуется, есть кто из модеров? Сейчас я тут. Так, Горди, оп, ремов. Отлично. Так. Угу. Так. Закрыли.
Кого еще тут? Ты еще тут балуется? Ладно, сейчас потом замечу. Поехали. Так. Давайте покажу. Здесь одна была забавная мысль. Пойти шах, конь e7. Король h8. И вот как можно очень быстро проиграть партию. Сыграть ферзь g6 и подумать, что это мат в один ход. Но тут контрмат, да, получается. Так. Что еще у нас тут есть? У меня уровень 2000. 2100 ческома. Очень интересно смотреть, как вы разрываете. Спасибо большое, Станислав, за поддержку. Я видел ваше сообщение в чате. Возможно, продлим до 2300. Вот, чтобы вам было интереснее еще больше смотреть. Но просто это не будет так регулярно, как там прохождение от 600 до 1000 и так далее. Но мы будем стараться всех поддерживать на всех уровнях. Вот, да, здесь вот слон c6, но под проклятый ход ферзь g4. Ферзь g4 проклятый ход. То шах конь g6 забавный. На взятие пешкой мы берем пешкой. Открывается, слон в итоге нокаутирует позицию черного. Но никто не обязан есть этого коня. Конь может, король может пойти на g8. И здесь не совсем понятно, что делать. Тут был лжемотив на мат Анастасии, который не работал. Лжемотив. Локомотив. Вот. Ну, мы в партии очень четко сделали. Пошли пешкой на g6. А, я, кстати, собирался, знаете, я чуть не пошел вот в эту позицию, вот так хотел пойти. Как вам такой ход? Ферзь g6. Вот тут буквально белым не хватает одной фигуры для полного счастья. Стоит еще какой-нибудь конь на f3, то белые могли бы продолжить атаку, сыграть конь g5. Да, у нас модры немножко отошли. Немножко отошли. Если пешка берет, то мы красиво завершаем партию матом Анастасии со скрытым шахом. Но проблема в том, что в шахматах еще существуют промежуточные ходы. И после взятия ферзь h6. Ужас какой, ужас, ужас. Хорошо, друзья, что вы узнали сегодня? Давайте планово идти к завершению. Что вы узнали сегодня нового из моего стрима? Что вы новое узнали? Мат против чешской защиты, да, это надо будет или в шорты добавить, нарезку сделаем. Это надо будет еще отдельную партию вырезать. Промежутки. От 1600 до 2000 на промежутках можно выезжать. Да им надо больше. Скандинавку обновим. Сегодня турецкий гамбит вышло. Друзья, независимо от того, приобрели или не приобрели, курс по турецкому, первая глава, открыта для всех. Вся база там находится, можно уже посмотреть, изучить, тренажеры поработать, шторм пройти и уже играть. Считать до победы не надо, кстати. Считать до победы можно в партиях 15 плюс 10, так как у меня есть уверенность, что когда у меня останется одна минута, я все равно смогу ускориться, поэтому я позволяю себе считать до победы. Вам, ну, осторожно это делайте. Рома считает, что надо придумать что-то вместо А3 в варианте Эйвия. Я так не думаю. Когда ты играешь с очень сильным соперником, так и должно быть. Так и должно быть. Все нормально. Еще одну, наверное, нет. Еще одна игра. Индус молодец. Индус молодец. Ческом не проходил матовые конструкции. Хорошо. Все, друзья, всем спасибо. Минимум увидимся с вами во вторник, титульный вторник. Может быть, раньше подписывайтесь в телеграм-канал, чтобы следить за обновлениями, чтобы вообще следить вообще за всем. Ссылка, все ссылки на соцсети есть в описании к этому эфиру.
Вот там же есть ссылка на турецкий. В общем, всем спасибо. Рад был со всеми повидаться, початиться. Спасибо спонсорам и всем вам за такой потрясающий онлайн. В те же 1200 мы с вами уверенно держим. Всем спасибо. Пока.